Так, ребят, всем привет-привет, рад всех видеть. Да, давненько не было стримчиков. Буду потихоньку наверстывать, короче, все это дело. Так, вкратце, давайте сразу к делу, о чем будет сегодняшний стрим. Во-первых, мне нужно немножко влиться в колею. Посмотреть вообще, вы здесь все, не все. Забыли про меня или не забыли. Это первый момент. Второй момент. У меня лопатки в таком краткосрочном отпуске, который продлился уже порядка там 2,5 месяцев, поэтому лопатки я сейчас буду потихонечку проплачивать. А сегодня мы с вами, ребят, полетаем на Нитхе, чуть-чуть пофармим зеленочки. Вообще очень много новостей по майнингу, которые образовываются, да, в ближайшем будущем, но об этом я расскажу чуть позже. Я, короче, выучил Нитху с вторыми файтерами. Попробовал уже там несколько раз эту Нитху на зеленочке. Мне понравилось. Короче, сегодня стримчик будет такой больше разговорно-болтательный. В два окошка буквально. Второе окошко здесь рядышком на ноутбуке будет глазками и на Ноктисе. Вот. А следующий стримчик, ну, по-видимому, завтра будет уже про майнинг. У меня там интересные довольно-таки вещи такие произошли. Довольно-таки спонтанно. Короче, у меня теперь будет 4 свои луны. Ну, правда, R8, но все с разными мунматами. То есть 4 луны, которые я буду арендовать, и, собственно, которые будут вот только за мной. Это первый момент. Второй момент. Мы в Карпе наконец-таки поставили 64-е луны, 16-е и 32-е. То есть их немного, там тоже там 4 штучки. Но тоже контент будет про это в будущем. Я, короче, сейчас хочу прям заняться конкретно лунами и конкретно уже производством. Потому что сам момент того, что мы копаем много в 12 лопат, это мы все помним, да? А то, что это действительно можно доводить до ума производством, блин, ну вот об этом я хочу в дальнейшем в целом делать контент. Причем наш CEO сделал такой классный карповый проект в одной системе гуновской. У нас там стоит, короче, ряд наших корпоративных производственных цитаделей, где очень-очень вкусные проценты для сокорпов. Ну, короче, там прям очень все мега выгодно будет. Вот такие вот дела. Электромех. Как это Мугунов? Как это Мугунов? А, это ты... Ой, это что такое? Что за взрывы? Как это Мугунов? Ты спрашиваешь, да? Что-то с зергов человек там типа новости делает, говорит, мита не уходит. Что говорит мита не... А мита не... Его как бы уже, по-моему, ну, вот именно в активной роли уже давно нету, как бы, ну, чтобы вот прям совсем-совсем активный. Никакой каки нету у гунов, все у гунов нормально. Кракен просто бейтил, я тебе так скажу. Он закликбейтил для, ну, контента. Ничего там, о чем он говорил, в целом даже близко с реальностью не имеет. У гунов все тип-топ. Артимульт. О, Юра, наконец-то выкатываешь Нитху. Пост поставил? Да, не ставил. Да, мид они уже как бы, ну, давно в целом не у руля. Ну и как бы... Ладно. Не совсем хочу об этом. Так, давайте будем андокаться. Вот у нас, правда, сегодня что-то я смотрю, дропперы летают. Я бы не хотел попасть в дропперов. Так, я уже, короче, чуть-чуть с Карой подружился. Попробовал, что к чему. Мне, кстати, зашло. Довольно-таки очень. Я единственное, что изначально понять не мог, пока ребята не объяснили. То есть, ну, когда ты... Да что ты будешь делать сейчас? Секундочку, второе окошко подправлю. Я, короче, не мог
понять, как вообще выпустить файтеров, как это вот все там, все это дело делать, короче, до тех пор, пока вот люди не объяснили, что есть, оказывается, вот отдельно вот эта файтеровая тема, вот эта, да? Так, а что у нас с чатиком? Так, давайте-ка мы сейчас... Сейчас, ребят, мы делаем переподключить. Тут чатик у нас не хочет отображаться, да? На самом деле какая-то странная херня. Ну, возможно, сейчас он протыкается. Ладно, я думаю. Короче, я не знал, что можно было вот так вот выпускать файтеров, пока я, короче, не сам не создал себе шоткаты и не разобрался в этих шоткатах, потому что да, ну как бы после майнинга. Ну, такое себе, короче. Так, давайте-ка мы сейчас полетим на Санктум. My Mother is Tacted будет? Блин, надеюсь, не будет. На Мазер сядешь, поймешь, что Нитхагур. Жалкое подобие левой руки. Да, я согласен, потому что там разница как минимум в полтора раза будет по ДПСу. Артемул, да, пост, как бы, ну, смысл, я не вижу прям вот постоянный крабинг на каре. Да, возможно, где-то я в основной базовой системе поставлю постик. Но пока не вижу в этом потребности, так скажем. Ну, кстати, я бы не сказал, что прям, ну, это прям проблема какая-то там с постом. Так, прилетели. Сразу что мы сделали? Первым делом выпустили файтеров. Первым делом сразу их все выделили. Убедились, что у нас кара не залочена. Нашли, короче, какую-нибудь... Вообще, там, первую попавшуюся атонорку. Кару туда разгоняем в разгон. Ну и лочим первые грузаки. Хотя я сейчас, наверное... Просто показываю, как мне удобнее, потому что, скажем так, те, кто гоняет на мазерах, я думаю, они меня сейчас поругают, что я много делаю неправильно. Но вот так вот я чуть-чуть свыкаюсь с этим, привыкаю. Тут главное файтеров, короче, чтобы они не стояли на месте, чтобы они постоянно орбитили. То есть вот мы сейчас бышашку будем подбивать. Так, давайте сейчас пока мы тут разбираемся. Я загоню Ноктис и выкину трактор. Вот, добиваем, короче, один быша. Сразу надо делать орбиту на второй, чтобы файтера не стояли, потому что если они будут стоять, то будет просто попа. Блин, ну лысый, да, меня палка может потыкать, да и слава богу. Рилса, спасибо за подписочку, спасибо за фоллоу. Присоединяйся. Привет, привет, ребят, привет. Всем привет. Приятно, что вы меня помните. Я думал уже все. Из-за
большого перерыва все меня забыли. Да нет, кара в разгоне. Вот что, допустим. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Я же совсем забыл. Сейчас я. Оп. Оп. Блять, непривычно мне в два окна фигачить. Так, сохранить координаты. Ноктис отправляем обратно на кипчик. Так, подъели одного. Вот видите, я пока отвлекался, херней занимался. Сейчас, ну сейчас мы это, сейчас мы их загоним назад. Я вообще орбиту ставлю на следующий. Да-да-да-да, вот, кстати, я тоже потихонечку стал к этому приходить, что орбитить лучше не следующего, а через. Ну, типа так, так, так лучше. Так, у нас тут одного файтерка чуть поджирали, я их сейчас соберу. Как раз-таки на меня пока эти залочатся, сейчас я тут сделаю прекрасную вещь. Так, ну главное, мы этот трактор выкинули тоже, как бы. Это хорошо. Ну, искачас, конечно, блин, очень приятный на самом деле. Потому что я, если вы помните, у меня был мародер. У меня был големчик. И вот после крайнего патча, когда... Время сиджа увеличили у него. Я благополучно, ребят, ну, слил его, потому что вроде фармил, короче. Но полетел нейтрал, я его увидел там за несколько систем даже, да. Но я не успел выйти сиджа, и меня дропнули. А летая вот на каре, я понимаю, что это совершенно как бы другое. То есть кара стоит в разгоне, но единственное, что я могу... чем-то рискануть, это файтерами, да? Но опять же, если я стою, допустим, на той же самой там какой-нибудь атонорке и жду файтеров, и я просто, ну, смотрю под скан, если я вижу, что подлетает что-то, ну, либо как бы там расклочивается, я тут же докаюсь и все. А могу и сразу докнуться, если не дождался файтеров. Ну, короче, смысл в том, что если глазки еще есть в соседней системе, то, ну, это как бы очень сейвово получается копать, поэтому если выбирать, допустим, кара или мародер, ну, мне кажется, на каре это побезопаснее делать. Да, подороже, конечно, но... То ли, допустим, вероятность слить мародер, ну, грубо говоря, в 90%. Короче, мародер для меня сейчас как орка, ой, как рорка. По сути, как рорка. Ой, орка. То есть это этот сидж и невозможность защищаться, она как бы... Блин, ну фиговая штука вообще. Так, а мы тут уже думаем, что кое-кто забил. И вот даже на Twitch переехал. Не-не-не, забил. Сейчас это ролит поисковых агентов. Да, ради бога. Я думаю, я успею улететь. Жень, привет, привет. Так. Погнали. Ну, короче, тик у меня получается. Вот если, ну, чуть-чуть разогнаться именно. Что-то в районе 26 лямов сейчас получается у меня. На каре. А на мародере был, ну, максимум 16. Ну, короче, как-то и кара и повеселее вроде. И искачас такой хороший. Блин, все-таки поджирали опять до желтенькой. Ну, мы сейчас через волну будем это делать.
Я не спорю, я говорю о том, что майнер до мозга костей сел на кару, чуть-чуть, короче, ее там потыкал. И у меня искачас 26 лямов, на мародере было 16. Это я не считаю луталка. Луталка там и сальвак это отдельно. Там прям вообще нормально тоже получается. Но, честно, знаете, вот, да, для разнообразия, почему нет? Иногда, да, когда не хочется там кучу окон загружать, может быть, где-то разбавить, да, контент, но... Вот я как бы так прикинул, типа, постоянно вот этим заниматься, блин, я, наверное, не смогу, нет, поэтому это так вот, у нас кара будет, скорее всего, ну, я уже, этот, сейчас учу мазер в 5, сам скилл этот. Я бы хотел, наверное, все-таки, да, прийти к мазеру. Тоже как бы для отдушины. Но постоянно крабить зеленку вот так, нет, не мое, не смогу. Для меня все-таки майнинг это более предпочтительная штука. Так, давай, полетели, полетели. Что, далеко что ли для вас? А, я... Не выбрал. Вот тоже, блин. Путаешься, путаешься. Часто путаешься. Пианино еще то, конечно. Так, мне сейчас надо, короче, эти мелочи вытащить. Ну и кара, хорошо то, что... Так. Так, так, так. Дорогуша, ты куда-то поехал не туда. То, что стоит он в разгоне. Вот это хорошо. Все, погнали, сейчас выпили мелочь, потому что она мне уже начинает он подъедать файтера. Блин, вот со файтерами надо, да, особенно со вторыми прям следить аккуратно, потому что, считай, один файтерок у тебя отлетел, это вот один тик ты просто просираешь, да. Ванька Скайвокер, привет, привет. Ребят, всем привет. Сейчас я на чатик обращу внимание. Секундочку. Так, ну пока желтенький, в принципе, нормально. Пробиваем. Ну, кстати, вот я только лазерами сейчас, да, я так понимаю, можно еще и бомбочками, не бомбочками, а ракетками тоже нет-нет, втюхивать, потому что от них толк есть. Майка, да такой искача слабенький, 26, он, ребята говорят, это не очень ахти, но я только учусь, как бы, я думаю, у меня простительно. 26 лямов, а, подожди, 26 лямов, это тик, получается, ну, умножь на 3, 60 плюс, это 78, да? Так, а где вторая волна? Ух ты, ёптать, налетело. И плюс еще сальвага. Ну, короче, в час получается, ну, я не знаю, блин. Ну, наверное, под 150 точно будет. Так, сейчас мелочь, мелочь, мелочь. Главное всю мелочь выпилить. Ё-моё, ё-моё, возвращаем, возвращаем, возвращаем. Сейчас отлетит, не отлетит, отлетит, не отлетит, отлетит, не отлетит. Возвращаем, быстрей, быстрей. Фу, нет, успел спасти. Успел? Успел спасти. Евгений Онлайнов. Да, луны выгодно копать, но в том разрезе, что ты будешь заниматься производством. Именно вот, вот в этом разрезе.
И смотря какие луны. Допустим, 64-й луны очень выгодно копать. R8-е, они сами по себе, именно если вот в плане выкопал-продал, они хуже, чем гравики. Ну, вот эти вот аномальки, да? Но если ты выкопал и использовал в производстве, допустим, да, то ну, ты без них, без R8, без R16 не сможешь. Вот мы сейчас, говорю, получается, взяли на карпу 64-й луны. Я там что-то примерно прикидывал, но там прям очень хорошо получается. То есть там где-то схалка с одного, наверное, под, ну, лямов 180 будет час. Не, сейчас не стоят файтера. Все нормально, летят. Так, сейчас мне надо, короче, крузаков повыносить. А, тут он один остался, да? Так, сейчас вот эту мелочь еще вернем. И я так скажу, вот я сейчас посмотрел, прикинул, но была возможность взять R8 луны в аренду прям. Ну там чуть-чуть по типа, налогам получается повыгодней. Ну и в целом я очень хочу начать массовое производство всего и вся. Вот, и R8 мунматы как бы много где для производства требуются, поэтому... Отвечая на вопрос, выгодно ли копать луны, 64-32 выгодно в целом вообще, намного выгоднее, чем гравики. Блять, опять. Да как они успевают переагриться? Какой-то ты старомодный на мазере фарме. Да не, это же не мазер, это кара. Это карьер. Богам, привет, привет, дружище, привет. Ребята, как вас много сегодня, ё-моё. Так, погнали снова. Ну я, короче, если вот вижу, желтенькая полосочка появилась у файтера, блин, я из-за того, что не совсем еще могу это контрить все дело, я их сразу отзываю. Следующая орбита. Так, орбитить поставили. Ну, здесь ракетки, да, ускоряют вот этот крайний респ. Прям конкретно ускоряют. Ого, контент пошел. Вот, кстати, на мелочь, ребят, понял, да, на мелочь кидай по одному складу. Вот этому нужно учиться, пока еще просто мозги не работают, как вот ты первый раз на гитаре играешь или там на пианино. Я понимаю, да, эффективно будет кидать по одному складу на мелочь, но, блин, это же надо хоткеем выбрать один склад, отправить на одну мелочь, потом хоткеем второй склад на другую. И это на самом деле, ну, если ты как бы привык это делать, это легко, на уровне инстинктов. А если ты только этому учишься, как бы я пока в целом, думаю, научусь контролить происходящее, допустим, с неписью, в принципе, всеми сразу складами выделенными. Вот даже вот сейчас уже средний вот почему-то желтеньким, да, то есть пробили. Так, ну вот первый тик мы пока разгоняемся, 16 у нас получился. Вот сегодня хотя бы лямчиков 600 бы мне дернуть. Вот сейчас вот на сальваге, на вот баунти. И я сразу на месяц проплачу аренду лун. И завтра уже со спокойной душой, с лопатками полетим копать, разбираться в производстве. Перевезем часть ассетов, часть луны в систему, где у нас производственные стоят сытки.
наши карповые проектные, там прям очень вкусно так все сделано. Короче, будем подготавливаться с завтрашнего дня именно к формату не просто майнинг, а майнинг для производства. То есть мы будем выкапывать все. Кстати, Паган, дружище, ты же тут еще, да? Смотри. Ой, где жито? Жито, вот она, Аркаим, еще твоя орочка в жите есть. И я что-то так подумал. Я, наверное... Не, наверное, я так и сделаю. Я заведу джамклонов на все лопатки. Где-нибудь в Империи найду тупичок для Тританиума, для Велиспара. И чтобы делать полный цикл копки, да, мы будем там копать, может быть, ну, дней 5 в месяц. Конкретно так нормально будем скапывать вельцпарчика, там его сжать. Ну и потом я буду этот, курьеркой пробрасывать сюда в нули. Пожатый уже вельцпар для производства. Ну, будет интересно в плане, вот, ну, очень бы хотелось. Так, сейчас, давайте-ка мы... Ой. Полетим на следующую аномальку. Вот такие дела. Тебе, забей себе на малой клаве 1, 2, 3 сквады на орбиту и на ход кнопку. Блин, я б на самом деле и рад бы сделать. У меня нету малой клавы. У меня малоформатная механическая клава. Вот. Так не получится сделать. Юра, очнись, на тонорку не докается, Кара. Так понятно, не докается. Она же на тизер встает на тонорке. Ну, то есть, лететь на кипчик вообще, ну, нельзя. Мне сказали, это глупая идея. Любую тонорку разгон встаешь, чтобы просто там постоять на тизере и, допустим, дождаться. Так я тебя понял, да. Не, тогда надо на Татару. А в Татару не лезет Кара. На фортик надо. Блядь, вот. Не встанет пока файтера в космосе. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушай, а я вот так вот пару раз делал. Я тупо успевал на тизер встать, потому что... Короче, дело к ночи, блин. А как так? Почему я был настолько уверен, что... Не, ну тогда, что тут думать? Тогда он ли кипчик? Only кипчик. Что случилось? Давайте, атакуйте. Блин, а на какую я прилетел? Пока файтеры в космосе, включены линки на орки, опыт у тебя есть. Вот. А я почему-то думал, что я... Могу докнуться на тонорку, блин. А это же нифига не маленький корабль. Он только, этот, Кара только в фортик лезет и в кипчик, да? В Татару, по-моему, он не залезет. Или я ошибаюсь? Так, я в какой аномальке-то? Угу. Не надо, не надо ничего включать. Ты чего? Так, давай. Вставай в разгон. Все, я сейчас. Файтеры стоят, ага. Фу, как я отвык. Я же еще, блин, у меня реально еще был перерыв в Еве такой, ну, довольно-таки большой. Я просто тупо сейчас во многих что-то вещах прям тупо теряюсь. Ну ничего.
когда-то надо снова начинать. Рорка лезет, а Кара, по-моему, нет. По-моему, Кара только в фортик. И кипчик. Хотя я могу ошибаться. Возможно, и лезет нормально в этот. Блин, ну на каре бодренько, конечно. Мне вот в плане того, что Непис отлетает по сравнению с мародером, блин, этот. Так, второй трактор выкинули. Тут еще первый пока да собирает, блин. Кстати, надо будет трактора хорошие взять. Party Hard, привет, спасибо за фоллоу. Привет. Так, соберу, потому что там этот... Чуть-чуть стали подгрызать, вот тут желтеньким у нас. Сейчас соберу, спокойненько залочу. Так, что мы имеем? Вот эти вот кольцевые самые такие, блин, самые приятные. Что, 70 еще нету? Так, мы орбители вот этого. Сейчас по этому шлепнем. А вот этому шлепнем. Сейчас заорбитим быша. И шлепнем по... Все отлично. Короче, на мародере стала штука неприятная такая происходить. Вот эти вот крузаки и мелочь вообще очень долго выпиливались. Не, Паган, чуть-чуть попозже проверю. Сейчас этот... Да, ты вторые твайтера, да. А чё, Кракен пришел? Где его тошнит? Убери тряски, меня стошнило. Братан, в этом и суть. Это же эффекты. Когда ощущение присутствия. Что-то какие-то звуки странные. Фух. Так и так. Нет, ну... Вы меня, конечно, можете сейчас... С санными тряпками, я не знаю, там... Отлупить, но... Какое-то, не знаю, это мега скучное занятие, вот так вот пилить зеленый. Я представляю, люди, которые, ну, постоянно этим занимаются. Я не знаю, как вы это вот вообще выживаете. Это же настолько может, это настолько надоест через... Да мне кажется, через 2-3 часа это уже конкретно надоест. Ну, типа, а ты этим занимаешься на постоянке. Просто нету продолжения у этой истории. Я к тому, что, ну, вот хорошо, ты постоянно, ну, да, если ты, может быть, ПВП направленность какую-то выберешь. Ну, хотя мы сейчас вроде и с майнинглом тоже ПВП летаем. Я к тому, что... При майнинге ты как бы, ну ты понимаешь, что ты можешь там пойти луну покопать, там
пойти гравик покопать, пойти газ поскопить. Потом ты полетишь, это все переработаешь, ты это полетишь, там построишь какие-то производственные цепочки, планетарочку покрутишь, короче, и у тебя как бы постоянно ты в процессе. То есть то, что ты поманил, это как бы только часть чего-то, да? А тут ты просто, ну вот тут красную непись. Жесть. Юр, ставь орбите ТМВД до того, как ты будешь ловить непись. А то есть можно, получается, пока не залочил, уже, да, на орбиту кинуть? Но буду пробовать. Это прямо вот здесь, в овере, да? Через W. Здрасте, крабите для минералов? Да нет, крабим сейчас просто, потому что выучили нитху и... Как бы захотелось попробовать, что такое нитка. А вообще крабим мы не крабим, мы майним. То есть это канал про майнинг. У меня просто был, ну, довольно-таки большой перерыв. И мне сейчас нужно просто такой стримчик провести. Сейчас 12 лопат я проплачу. Но мне нужно немножко как бы в себя прийти, сейчас посмотреть, что все у нас работает, что чатики работают, там награды Твича, донатики и так далее. И завтра уже будет такой основательный разбор полетов по майнингу. Там у нас лопаты много чего выучили. Я говорю, я взял в аренду 4 луны. Будем разбираться, как там заправлять это норки, как переставлять эти... мундрилы, как взрывать луну. Поставим график какой-нибудь, потому что чтобы у нас было, ну, хотя бы дня 3 на луну, да, их 4 в месяц будет выходить. Ну, короче, очень много интересного в плане вот именно производственного майнинг-контента. Планетарочка нам будет покрутить. Все-таки разберем, какая нам цепочка нужна. Чарон же, мне надо джамфуру построить, а для нее нам надо построить чарон. А даже не один чарон, а несколько. Почему несколько? Чтобы, продав несколько других чаронов, мы могли купить, да, как бы, ну, какую-то прибыль получить. Так, ну этот рез прям вроде как будто у меня хорошо получилось прям весь прохавать. Файтера, не стойте, не стойте, ёпты, вот все. Профукал я файтерочка. Ай-яй-яй-яй-яй. Один тик получается на смарку. Дядя Кама, привет, наконец-то стрим, куда пропал? Да, то дела, то лень, то не был готов к стримам. В общем, сейчас буду возвращаться потихонечку. Ой, чё, нам кара-то зачем? Дядь, нам не надо кару. Ты давай-ка лети вот сюда в разгончик. Файтерочков выделим. Все, полетели. А, вы не вылезли, что ли? Все, погнали, погнали, погнали. Через МВДшку. Вот этот, кстати, крайний респ, он в целом, он тяжелый, да, его надо прям контрить. Его надо прям контрить. А еще знаете, что меня бесит? Вот я выбираю, допустим, орбиту быша. Вот я сейчас выбрал орбитить быша.
Я отправляю, короче, их атаковать вот этот фрик. И все, у него орбита с БШ слетает. Вот это вот немножко подбешивает, конечно. Блин, опять поджирают. Что за фигня? Так, я, наверное, знаете, что сделаю, ребят? Я все-таки чуть сейчас по-другому сделаю. Давай, 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 давай. Сваливай, 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 сваливай. Сейчас посалим мы потихоньку и с вами поболтаем, чатик, а то я чую так. Еще пачку файтеров солью, блин. Рубероид, привет, 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 дружище, привет. Да, давно не было. Так. Что-то вообще у меня какой-то раздрайв сейчас получается. Сейчас. Жикару стали чуть пробивать. Давайте уже ту... допинаем уже вот эту. Побыстрее ты. Подключаюсь к серверу. Ну да, Мазер это вообще пианино. Это если в учет брать, что там еще бомбы, и там бомбить надо уметь. Как бы да. Ну хотя вот когда вот так, уже как-то попроще, да. Мысли далеко. Угорают. Так, а у нас Dark Blue не был, да? Не обратили внимания? ДПС получается 3000. 3000 ДПСа. Блин, я хочу Dark Blue, а что-то не дают мне Dark Blue, да. Так, все, давайте сейчас на тизер. На тизер прилетим. И полетим, проверим. Включаю варп-двигатель. Проверим, собрал ли у нас первый трактор. Ну, в принципе, уже должен был собрать. Все. Вот тут кто-то на дреде. Так, чатик, давайте я сейчас полистаю, чего там. Кару. Сейчас, кстати, Паганда, попробуем Татару, в Татару Кару засунуть. Меркацит, привет, привет, дружище.
все, хорош баловаться с гусем. Так, в УХ можно пограбить С4, похлопать дыры. Блин, ну ВХ не мое вообще. А, ну как крабс-то можно лутать модули, перерабатываем их и получаем кучу минералов. Блин, в рамках производства тот же самый, допустим, если да ту же самую кару построить, ты запаришься лутать и репроцессить. И чтобы именно все миники, которые тебе нужны, получить. Лучший способ заработка денег на каре, а продаешь кару, равно профит. Кары надо апать, притом очень сильно. Чего? Меркоцит? Да какой? Нет. Не дисбанд, нету ничего, вообще никаких проблем нету в гунах. Было недавно ряд, ну, кик-ряд корпораций из гунов. Но опять же, только по причине того, что их неактивность. Ну, допустим, если в какой-то корпорации какой-то мембер неактивный вообще какое-то время, ну, допустим, на полгода, и он вам об этом не говорил, соответственно, этого же мербера кикают в нормальных корпов, в нормальных корпах и нормальных альянсах. Вот, соответственно, тут какую-то шумиху подняли. Так, все нормально в гунах, никаких проблем нету. Все пучком, все тип-топ. Иван Судаков, не заманишься. С лура дофига капает миников, кроме мерка. Да нихера там не капает, что ты мне рассказываешь? Так, и чем? А, все, все, мы все потянули. Вот смотри. Хорошо. Вот с одной аномальки 12 лямов. Вот типа лута, да? Вот теперь скажи мне, вот с этих 12 лямов лута, сколько из них будет минералов? Меньше, чем на 12 лямов. Там будет процентов, ну, наверное, 30-40. Там, ну, там... Блин, ну давай даже по-жирному возьмем. Ну, лямов на 5 там будет этот... лута. Ой, минералов после переработки. Ну вот и скажи теперь, когда тебе себестоимость там по минералам только... Ну, для... Возьмем, давай, давай возьмем... Давай возьмем Рею. Ну вот, джампак, да, джампфуру. Ну сколько там, ну... Ну, 10 лярдов будет, да? По себесу. Ну ладно, давай, давай меньше возьмем. Давай 9 возьмем. И вот сколько тебе надо аномалек полутать, где по 5 лямов, допустим, минералов, чтобы собрать. Но и опять же, ты не соберешь все, что тебе там нужно, потому что те же самые мудматы, хайруды, ты оттуда не заберешь. Заберешь, а то, что там, может быть, ты там с империи, ну, чтобы там за Тританиум не ехать, но опять же, это тоже очень все долго и муторно. Проще джамп клонами прыгнуть в империю и под оркой халками там срыть вельдспар в нужном количестве. Ну, это мое мнение, как бы не буду навязывать его никому, но я вижу так. А че то нарки в марских лоусеках не дефаете? Да, дефы, я так понял, ты, наверное, про вчерашние говорил о Тонорке. Вчера просто все были на севере. И, возможно, ну, где-то там что-то там пропустили. Ну, и лоусеки это... Ну, короче. Вчера все были, говорю, на севере. Там были бои, я сам вчера на эти бои летал. Когда в системе там по 2300, 2400 локал. Короче, видать, чуть-чуть не до тонорок было. Лоусечных. Хотя лоукосты частенько там проходят, но...
Я так понимаю, все-таки основная причина потери от норок это в том, что все ФК были на севере. Микаэль, приветик, приветик, дружище, приветик. О, уже почти час стримочка прошел, ё-моё. Как время бежит незаметно. После перерывов. Так, пока у нас тут салится, давайте на эту, на татарку кинем. Я все-таки хочу проверить. Кара, только в фортик и кипчик лезет, либо в татару тоже. Давай прямо на стриме разбери эти 12 лямов. Посмотрим, сколько будет ресами. Давай, давай, сейчас. Сейчас сделаем. У меня вопрос. Кар по цинке прыгает? Ну, да, это капитал. Все капиталы прыгают по цинке. Без скиллов рефайна примерно столько же будет минниками. Сейчас я досалю, полечу на татарку и прям здесь на татаре сальну этот репроцессну. И посмотрим. Я просто к тому, что если мы говорим о производстве и, соответственно, потоку минералов для производства, то, что получается с лута аномалик, это, ну, крайне мало. Сейчас, сейчас, парни, я немножко устал от ракешника. Давайте что-нибудь вот такое послушаем. Да. Просто такую свободную музычку. О, господи, а что ты не салишь что-то нифига? Так, 1, 3, 5, 6. Ага. Так, татара. Ну-ка. Докнуться. Разрешение отказано. Ваш корабль слишком велик, чтобы войти в этот док. О май. Ваш Нидхогур слишком большой, чтобы войти в татарку. Ну теперь мы будем знать. Поган, тут ты просил проверить. Короче, кара, только фортик и только кипчик. Ну или NPC с танка. Соответственно... вот тот момент, чтобы отвар прорвать через атонорку или татарку, типа пока ты ждешь файтеров, самая идиотская идея, которая могла возникнуть, и она у меня возникла. Потому что я вне стримов так и делал. Я отварпывал на татару, ждал, пока прилетят файтеры туда, вставал на тизер в полном, вообще даже не на татару, я этот на атонорку я приварпывал. В полном уверенности, что я типа задокаюсь в случае, если я увижу в гряде там бобра какого-нибудь или там цыптака. Ну вот. Чуть опять делов не наделал. Ну сатейка, да, ну сатейка тоже лезет. Сатейка получается больше татары разве? А я думал, сатейка это типа вот есть Райтару, есть Татанорка и Райтара одно и то же. Есть Татара, есть сатейка. Блин. А, ну хотя на сатейке он и производится, на сатейке. Понятно, понятно. Кара на сатейке производится. Соответственно, он туда лезет. Класс, а по нитке в нули? Блин, насчет нитки не знаю. По-моему, капиталы нитками не прыгают. Высказал свое мнение от лута. Делаю миски в хаях. Собираю лут в месяц на 4 лярда примерно.
Вань, подожди, Иван Судаков, ты меня сейчас немножко в замешательство привел. Ты проходишь миски в хаях, ну я так понимаю, агентов четвертого уровня, четвертого ЛВЛ агенты, ты их фармишь, лутаешь, и у тебя чисто лута получается на 4 лирда? Блять. Ой, извиняюсь, осуждаю. Что-то ты не договариваешь. Ну, опять же, может быть, сам лут, там мета 4 пушки. Понятно. Мета 4 пуха, допустим, которая может стоить 5 лямов, после репроцесса стоит там, не знаю, 700 тысяч исок. Скорее всего, ты вот про вот такую историю говоришь. Но не про историю, когда, я не знаю, ну как на 4 рда у тебя только лута. Ну я не верю. Это же получается, смотри. Ну хотя, нет, ну ладно, давай уточним просто, сколько ты делаешь миссий в день. Просто если это такой нон-стоп фарм, конечно, ну у тебя там и ЛПшек, и баунти у тебя там гораздо больше. Я представляю, сколько ты вообще в месяц тогда забиваешь. У тебя, наверное, там получается лярдов под 70, да, доход ежемесячный. Ладно, мы сейчас посмотрим. Давайте сейчас на татарочку прилетим. Сейчас мы все увидим. Я вообще на каракале делаю 1.10 и фармлю 3+ за 20 дней. Пока один. В смысле... 3 плюс лярда за 20 дней? Кара удобная, да? Я с санктом бы делаю, как бы, ну, довольно-таки быстро получается. Ну, вот сейчас тут час прошел, да? Мы уже одну залутали, посалили. Плюс я чуть тупил, но вот две сделали. С учетом там начала, отвлекания на чатик и так далее. Доход миссии общий 250 в час примерно. Это с двух окон 250 и либо с одного окна. Микаэль, вот да, вот смотри, мародер чем, ну блин, чем беспонтово мародер? Тем, что да, ты в сидж, который, ну, который очень долгий сейчас. Во-первых, очень долгий сидж, это, ну, просто ты как открытая вообще мишень для дропперов всяких. Если дред, ну ладно, дред, я, ну сколько, ну раз 5 у меня было, что дред попадал, и я успевал от него улететь, поэтому как бы, ладно, дред опустим. Так, смотрите, нет у меня в этом, на складе минералов. Сейчас давайте все выгрузим. Ну, кстати, так, тут тракторов еще дофига. 23 ляма вместе с салом. Нас сейчас интересует. Так, вот это я убираю. И топлячок. Все, вот это бы. А, еще вот это. Вот это лежало. Ничего лишнего не сапанул, нет. Переработать. Нет. Этот чар не прокачанный. Так, у нас лута на 23 ляма. Давайте я сейчас с этим. Сейчас я кару докну. Разрешение получено.
Блин, а там у меня миников дофига. Ну ладно, сейчас. Можешь на каре доп корабль нести. Вот, кстати, связочка кара-мародер, она хороша чем? То есть, смотри, я, допустим, делаю на каре зеленки, да, кручу. Зеленочки. И я, получается, в каре вожу, ну, у меня, допустим, всегда у кары есть мародерка, да? Если выпадает какая-нибудь миссия, ой, плекс какой-нибудь, то я просто ложу в кару мародера, цинкой лечу вот в ту систему, где плекс, туда прыгаю карой, докаюсь на фортик, сажусь на мародера и прохожу плекс. Ну как бы вот такая связочка. Разрешение получено. Засунь БХ в кару. Это что за предательство Рорки? Да нет, братишка, это не предательство Рорки. Это просто водный стримчик и непроплаченные лопаты. Вот, сейчас немножко вспомню, как это делается. И с завтрашнего дня начнем новый забег по майнингу, по производству. Уже плотненько будем этим заниматься. Единственный плюс кары — это мобильность, а в основном это сейчас бесполезно. Ну как бесполезно? Но зеленки проходить кары намного безопаснее и эффективнее, чем мародером. В кару не влазит, в фите в мародер же. Ну как не влазит? Влазит. Иван Пантелеев. Доброго и безопасного фарма. Вопрос. Перфектные шипы. Проспект значительно хуже Коветера копает. Ничего не понял. Вопрос. Перфектные шипы. Проспект. Сейчас, братишка, подожди. Проспект. Не, конечно, значительно хуже Коветера он копает. Ну, прям очень значительно. То есть это как бы, ну, вообще сравнивать не надо. Проспект. Ну, проспект прикольно использовать, допустим, для копки газа в ВХ. Есть, короче, допустим, в C3, если газовые облака, суть проспекта в том, что он может орбитить облако, и по нему слиперы просто не будут попадать. Очень хороший кораблик, но сравнивать копалку Коветер, которая баржа, майнинг-баржа, которая с этого создана, да? И проспект немножко некорректный. Это типа, знаешь, как сравнивать, ну не знаю, это все равно, что сравнивать, допустим, какой-нибудь... фрегат с БКшкой, да? Какой-нибудь, допустим, я не знаю, там Кроу сравнивать с Дрейком. Типа, что сильнее дамажит? Ну, как бы... Ну, вот так. Коветер намного лучше копает, чем проспект. И самое прикольное, агренит после сиджа. Да-да-да. Короче, вот насчет, да, кара, пост, вот это вообще сочетание для фарма, ну, короче, мародер, ты его сольешь 100%, это просто вопрос времени. На каре ты можешь очень долго заниматься фармом, если у тебя есть пост, тем более, то есть, как бы, ты постоянно в разгоне на него, ну, я не знаю, но только какие-то форс-мажорные обстоятельства, типа, когда залетает нейтрал, и ты, у тебя отваливается интернет. Короче, ты там, либо ты просто куда-то ушел, я не знаю, налить чай, тебя отвлекли, и ты там 15 минут занимался своим чаем, да, а не Евкой.
как бы, ну, может быть, в таких случаях тебя могут слить. А если ты, ну, как бы, все подконтролишь, ты постоянно в разгоне, ты в разгоне на пост, так что может произойти, чтобы, я не знаю, чтобы слить кару? Да-да-да, вот, ну, я думаю, человек понял уже, да, объяснили. А, давайте трейд. Трейд, хочу трейд. Так, стоп. Мне надо сейчас... Мне же надо сейчас это куда-то все будет перенести. У меня тут лежит уже... Так, давайте циферку запомним. 2 167 000. 2 167 000 000. У меня сейчас карга. Давайте сейчас с Эдика все скинем сюда. Вот это вот безобразие. Так, вот 23 400. Смотрим, что у нас. Ничего лишнего нету. 23 400. 2 167 000 000 было, запомните. Все, я делаю переработы. Тут у меня скилл уже повыше чуть-чуть. Ну тоже не особо прям повыше. 23 000 000 было. Все, мы переработали. Окей. 2 167 000. Сейчас у нас 2 100 000. Так. 2 192 минус 2 167. 25, да? Слушайте, даже получается по этим побольше получилось. А вот это для меня вот сейчас вот новость. Было 12, стало 13, да? Слушайте, ну тогда таким макаром, в принципе, типа, ну можно, значит, делать нормально. Тут, кстати, хотел рассказать момент такой. Ребята, пацаны летали в этот. Так, а нам, мне же надо за второй порцией лететь. Пацаны летали в Почвень, копали, получается, под парпойкой коветерами. И вот под парпойкой коветерами, получается, в районе 180 лямов с лопаты в час. Как бы почвенецкий руды тоже темочка. Включаю варп-двигатель. Полетели, заберем остатки. Включаю варп-двигатель. Надо, кстати, сигнатурки чекать. Сигнатурок нету, хорошо. Сейчас бы хвастаться киллами сапкапа на капитале на тест-сервере. Да. Вань, но все равно столько миников ты не соберешь с репроцесса. Тогда бы просто, ну, никто не манил, если хватало этих миников. Кара медленная в варпе. Попадались видосики, где нейтрал появлялся в системе и успевал поймать, прожечь цинку, пока кара долетала до аномальки и вставала в разгон на док. Нет, ну правильно, но смотри, я же как бы фармлю не вот просто так на шару, да, то есть я зашел, посмотрел Intel, посмотрел глазки в соседних системах, как бы андокнулся, и всегда мониторю глазками, что происходит в соседке, то есть как бы, ну тут,
Не знаю. Ну, конечно, всякое возможно. Может быть, если система длинная, то... Но опять же, откуда нейтрал знал, на какую именно аномальку полетела кара, да? Как бы много вопросов в этом отношении. А вот этот, кстати, вот эта что-то аномалька прям как будто быстрее намного салится. Так, у нас и того получилось что? У нас получилось... А что-то мы... Почему только один тик увидели? У нас только два тика прошло? Тик раз в 20 минут, правильно? У нас должно было быть три тика. Почему так? Короче, 38 плюс 23, 561 миллион, да, мы взяли. Ну, блин, ну, слабо. Что-то реально слабо. Как по мне, так слабо. Да, но если ты в день фармишь 10 зеленок по 12 лямов 30 дней, то на свои нужды всегда наберешь. Еще и скупать лут можно по 10% от оценочного контракта. Ну да, я не спорю, да-да-да. Как бы у каждого только Ева, тем и прекрасно, что здесь контента буквально на любой вкус. На любые вкусы. Причем, если тебе что-то надоело, ты всегда можешь попробовать какое-то другое направление, а направлений здесь очень много уйма. У меня вот даже, говорю, товарищ Карпен занимается плотно, вот он чисто газом занимается, понимаете? Чисто газом. И вот казалось бы, ну что там, ну газ и газ, да? А даже просто в добыче газа там настолько разнообразный этот контент, что... Он как вот начнет рассказывать, а вот то, там нюансы, сям нюансы, короче. Ну да. Это Ева. Поэтому она, наверное, всем нам нравится. Так, троечку. Вань, ну еще знаешь, кстати, есть, может быть, какой-то, ну вот именно где ты смотрел, возможно, там плюс атаклер был какой-то, потому что вот мы на днях с ребятами разговаривали с ПВП-шарами, как ловить какие-то крупные цели, типа кары, мазеры, там, дреды. В основном это делается, ну там, с максимальным процентом успешности плюс атаклерами. Заводится какой-то чар в карпу вражескую, да? Там какое-то время создает видимость, что он нормальный, и потом просто наблюдает за теми же самыми мазерами там или там карами. В прекрасный момент он просто уже видит сам, куда это дело улетает, все. И опаньки, тут у нас рядышком нейтральчик. Нейтральчик в соседней системе. Но мы будем салить, пока он к нам не зайдет. Если он к нам зайдет, мы полетим на кипчик. Потому что, в принципе, аномалька уже закрылась. Трактор я собрал. И ему, по сути, надо будет там закомбатить меня или в реки мои. Ну и на Ноктисе как бы поспокойней. Юрий, за что у нас можно бан словить в чате?
Ты имеешь в виду в чате здесь, в Ютубе или в карповом Дискорде? Что сегодня, кстати, сегодня Ваняк Иванов прямо полный чат. Здорово, пацаны. Скайвокер, уточни, ты про какой чат спрашиваешь? Чат Твича, Ютуба, либо карповый Дискорд? В стрим-чате за что бан? Блин, да я даже не знаю, за что бан. За оскорбление, наверное, людей. За какие-то там разборы политических моментов. Политика вообще неприемлема здесь крайне. То есть за это тоже как бы будут сразу наказывать. Так, а чё? А, трактор не подтянул. Ржавый, смоловый. Ну ладно, хрен с ним. А за троллинг? Ну, троллинг это же безобидная, по сути, вещь. Вот как раз таки вовремя и нейтральчик появился. Зашел все-таки. А мы уже на кипчик полетим. Включаю варп-двигатель. Вообще надо было на Татару. Давайте, наверное, сразу на Татару. Сейчас я еще репроцессну все это дело. За троллинг, я думаю, банить. Ну тоже, смотря какой троллинг. Все же в рамках разумности, человечности. Если ты будешь прям загонять там кого-то там, абьюзить сильно. Ну, я думаю, никому это не понравится. Так, а чё мы? Мне же надо... Чё, солинка, ну? И вышел он. И сразу вышел. Включаю варп-двигатель. Сейчас на Татаре включаю сразу скину. Варп-двигатель. Ну, уныленько. В плане того же, объясним, как уныленько, если мы вспомним, да, стримы под роркой, когда мы копаем халками, вот час 20 прошло, у нас бы уже лярдик плюсом лежало, руды. Понятно, что 30 лопат оплатить это 30 лярдов, ой, 12 лопат оплатить это 30 лярдов в месяц и рисок, но... Просто ты как бы копаешь там, ну хорошо, там неделю-полторы на проплату. А потом ты все это время копаешь себе в этот. А, ну в этот заход 21 получается у нас. 23, 44. ляма с лута с сала, да, у нас получилось. Ну, опять же, не выпал, скажите мне. Ой, не выпал Dark Blue там ни один. Экспо не выпало. А если, допустим, сейчас Dark Blue-дик выпал бы. Даже вот там, не знаю, с десяток ты аномалек делаешь за вечер, да? Ну, можно зарабатывать. Учитывая, что это... учитывая, что это одно окошко, как бы вообще...
Ну, прекрасно. Так, вроде как. А, монматы сейчас еще уберем. Ну, они же на переработку не уйдут уже, но. Переработать. На 14 лямов. Короче, 14 лямов. Это, наверное, примерно. Ну, примерно, наверное. Ну, давайте грубо взять 5 циклов Халка под роркой. Не все так однозначно. Короче, если раньше было понятие, что майнинг прям совсем там плохо, да, дурно. Сейчас как бы с майнингом все хорошо. Так, вот тут что-то нейтральчик этот летает. Это какой-то дроппер. Скорее всего, на таранке. Блин, может попробовать его этот цепануть на вульфе. Сейчас я, сейчас я попробую его цепануть. Разрешение получено. Что я делаю? Зачем? Мне же на кипчик надо было. Разрешение. Залезай на гипчик. О, дроновая армага. Это что-то новенькое. Дроновая армага. Так, хотя пусть, наверное, на татарке сидит. На чем мне? Давайте я на вульфе попробую. Прокачусь, посмотрю, что там за нейтральчик. А почему именно армага дроновая? Микаэль, а ты давно вообще играешь в Еву? Или только-только начал? Включаю варп-двигатель. А, ты можешь на татарку сесть. Разрешение получено. Все мы когда-то были малоскиллованные. Я помню, там, когда выучиваешь, там что-то ждешь подолгу. Тоже своя романтика. Включаю варп-двигатель. Блин, это какой-то залетный был. Кстати, тут свободненько. Вроде никого левых нету. О, Лукиш, привет, привет. Ну, тоже кто-то прилетел. И по канцеляции мотается, блин, дроперщики. Что-то вроде отлетели, нету. Ну, давайте сейчас еще попробуем парочку пройти. Аномалик. Сейчас тренд на тандеры. 5 окон вроде фармят. Как мазер. Свои лучшие годы.
А чё я только сейчас узнал о стриме? О, блин, не знаю, чё тебе Twitch уведомления не кинул? Включаю варп-двигатель. Чё-то странно, он должен был кинуть. Все, хорош, хорош, хорош гуся гонять уже. Но это будет карповый мем. Пусть он им и остается. Полетели, наверное, мы все-таки еще попробуем. Включаю варп-двигатель. Парочку пройдем. Ч, нифига не падает, блин. Тридцать восемь, бля. Паладин качай, не имей мозги себе, забудь про кара дреда. Блин, да я не соглашусь, нафиг этот паладин. А, в банке. А банк получается, я, видишь, я не фармил. Он потом... Пацаны обсуждают, там титаны, говорит, ходят по гайдикам. Короче, с банка получается автоматом, да, перекидываются иски потом. А, раз 3 часа. Все, понял. Так, вот что-то, блин, все равно у меня какой-то вот есть сейчас шубняк. Ну ладно, мы не будем с икунами, полетим еще, сделаем пару санктумов. Так, блюримся на мальки, полетели. Варп-двигатель. Да я смотрел, Санта, я смотрел, как фармят на титанах, ой, на титанах, на тандерах. Но вопрос в том, что тандер выучить, ну как бы даже не месяц и не полтора, и не два. Да, нет, тандеры можно. Но с учетом, допустим, того, что у меня уже, в принципе, прокачиваются еще чуть-чуть, и у меня прокачаются эти, скажите мне, Иштары. Вот там можно тоже будет разгуляться. То есть смотри, 14 окон, Иштар, ну в среднем, давай, вот который так вкачан, 500 ДПС умножаем на 14 окон, получается 7000 ДПС. В принципе, как довольно-таки неплохая кара, да? 7000 ДПС. Можно и штарчиками, причем ты как бы контришь, управляешь сразу всеми дронами. То есть ты прилетел, делаешь просто регрупп. Ой. Делаешь регрупп. Так, нам надо на кипчик. Разгон на кипчик.
делаешь регрупп, все штарчики вокруг твоего там головного и штарчика летают. И ты, собственно, что? Ты как бы в помощь их передал и погнал. Что опять такое? Блять. Как меня это вымораживает. Все, погнали. Стрелять будем вот сюда. Сейчас еще раз убедимся, что мы разгоняемся на кипчик. МБДшечку врубили. Врубили, пожалуйста, лазера. Все, не тупим. Вот сюда дали, вот сюда ракетами дали. Ракеты не захотели туда лететь. Тут сюда тоже не захотели лететь ракеты. Одна какая-то захотела, почему-то две другие не захотели. Ну да, пианинка. Так, ладно, сейчас я переключусь на этот. Нет, я отзову, потому что желтеньким пробило опять. Я что-то сделал не то. Пока, короче, я отзываю. Пока я отзываю, я отправлю Ноктиса. Ну давайте речь. Так, не, ну и штар читринг, это имба идея. И штар, так соглашусь, с Ельсанта. Сам краблю на семи тандерах. Так, сейчас, ребят. Сейчас. Стример сегодня чуть-чуть рассеянный. С улицы бассейной. Так. Тут у нас сейчас надо будет выкинуть. Все, погнали. Вы чё? Ну, давайте. Давайте, погнали. Да не ты. Вот тоже, ё-моё, я ж тебя не выбирал. Ты вот туда едь. Ты все правильно едешь. Все. Собрались. Все, выкинули. Запустить для себя. На букву удалить. Вот тут сохранить. Один. Все, и погнали. Все, да? Да. Как-то так. Соглашусь, если на семитандрах больше большие эмоции, нежели от Майзера или Кари. Аномальку проходишь меньше 3 минут с тиком под 130-140. Ну, обалденчик, да. Гроуин, привет. Им все старожилы сегодня, да, решили меня поддержать? Ой, жесть, конечно. А сколько стоит один тандер? Напишите, пожалуйста, в чатик. Никто не будет соло нападать на Кару. Попробуй отконтрить хоть 3 кики. Один тандер стоит 3 лярда. Кара хул стоит 4,5. Ну, с фитом таким вот, который у меня где-то, ну, 5 лярдов, да? А это 3 лярда тандер уже зафичен или хул? Я к чему спрашиваю? Просто, допустим, 5 тандеров
Это уже пятнашка. А, ну вот, считай, плюс МП. Плюс у тебя по-любому, если 5 тандеров, это должна быть мочалка, да, хорошая, правильно? Я же правильно разбираюсь? Ну, типа, вот как бы и смотришь, да, по цене. Так, может быть, проще один мазер? Хотя тандеры, блин, интересно попробовать. Я бы попробовал. Но они учиться у меня будут очень долго, конечно. Алекс Степанов. Привет, привет, дружище. Привет, привет. Да, давно не было стримов. Вот я снова возвращаюсь в русло. Так что теперь меня будете почаще видеть. А, слушай, ну точно, я пока даже влог не взял. Да, орбита работает. Все, убедился. Все, сейчас давайте по БШ, а тут по этим подработаем. Вот чего меня бесит, я же сказал, орбить БШ. Вот ты орбить БШ, почему ты перестал... Вот почему они перестают орбитить БШ? Да, но я стрельнул хорошо по этому, по крузаку. Почему вы БШ перестали орбитить-то? Вот эта механика, конечно, беспонтовая файтеров. Не совсем понимаю, почему так сделано. Вот я сейчас вот орбичу вот этого, стреляю по этому. А они сейчас... А, нет, я понял. Нет, все, я понял. А, получается так, что сейчас... Да, сейчас они орбиту оставят, потому что... Да, да. Потому что... Я должен сначала сделать атаку, а потом орбиту на следующего рядышком. Кто-то сзади, привет. Спасибо за фоллоу. Спасибо за фоллоу. Так. Сейчас мы еще раз. Все, я понял. Сначала делаем атаку, потом орбиту другого шипа. Алекс, да. Сегодня немножко в русло вливаюсь по стримчикам, чтобы с кучей окон не возиться. Я вот на досуге проручил кару и, ну, пробую нормально так вот, как бы, более-менее на конвейере пофармить зелень. Ну, как бы, получается вроде неплохо, мне нравится. Кстати, напишите в чатике, там же на тест-сервер уже скоро должны подвести, или уже подвели, да? Новые механики и новые шипы, или это еще вот только-только будет? Я слышал, что-то мельком так читканул, но не было возможности прям плотненько изучить. Что там интересного будет? Блин, ну кара, конечно, мне нравится. Просто то, что было на мародере, вот то, что сейчас, допустим, ну, совершенно там разные вещи. Тут прям четенько. Я знаю, что сейчас я в случае появления нейтрала отварпаю. Ну, а как вариант еще, смотрите, допустим, если заходит нейтрал, я собираю файтеров, да? И говорю им, МВДшку даю. И жду вот тут, допустим, в закладке ПВП появление в грид. Я в разгоне. Если я вижу, что появляется в гриде там прилет бобра какого-нибудь, я просто делаю отварп. Ну и ладно, да, там с файтерами, допустим, там ладно, там потеряешь. А так-то можно их еще и подождать же. Как бы тоже, как бы, ну, есть вариации, куда разгуляться.
Пацаны там закусились, короче, в познаниях ПВПшек. Вы только там на личности не переходите. Там тонкий троллик по игре, это как бы нормально. Так, знаете что? Я отвлекся. Почему не выводится? Скажите мне. Чатик не вижу, чтобы выводился. Сейчас. О, починил чатик. Ё-моё, мы ж действительно, вы не видели друг друга, да, YouTube, Twitch. Сорян, надо было сразу так сделать. Так, все, выпускаем дальше, погнали. Погнали. Мне что нравится, файтера, блин, летают реально быстро. Это кайфово прям. Так, сейчас мелочь отстегнем. Либертайм, спасибо, пожалуйста. Ой, спасибо большое за подписочку на YouTube. Спасибо, рад тебя видеть. Присоединяйся. Вот слушайте, лайфхак. Если вы будете фармить когда-нибудь файтерами, то есть смотрите, вы сначала делаете атаку и потом делаете сразу орбиту. И тем самым вы, короче, сделали атаку и потом делаете орбиту. То есть это вам даст то, что после убийства неписи файтерами они не останавливаются. То есть они орбитят то, что вы там заорбитили. Вот видите, они не перестали орбитить. То есть я вот сейчас опять делаю атаку сюда, а сюда делаю орбиту. Ну и типа кайфуха получается такая. Блин, сейчас будет респ, мне надо будет подлечить. Я загоню файтеров. Dark Bolt есть? Нету. Чё мне сегодня на даркблудов не везет? Сейчас подлечу, там желтенький. Александр Лютов. Привет, подскажи, какую руду лучше копать, которая на стероидах или на зеленке? Ответь мне на вопрос уточняющий, Александр. Где? В хаях или в лоу или в нулях? Да, и спасибо за подписочку. Спасибо большое. Если ты в хаях, смотри, вообще выгоднее руда на зеленке. Выгоднее на зеленке. Но просто, допустим, если ты какая-то тебе система нам нравится, ты там, тебе там уютно, ты живешь, допустим, как вот у меня зачастую бывало, я выкапываю и Enormous, и Colossal, и Ларжовый, и Медовый.
И как бы и все. И типа руда нету, но я не хочу куда-то лететь там в другую систему. Тогда я просто лечу на бильты и срываю на бильтах. В целом, я тебе скажу про бильтовые руды. Но там также, вот, допустим, в нулях, вот где вот я живу. Есть и Арканор, есть и Бестот. Все, в принципе, те руды, которые в зеленке. Но в зеленке там камни побольше. Вот. Но в целом получается бильд примерно от 300. Где-то до 700 нету. От 300 где-то до 500 лямов руды там. Ну и как бы тоже имеет место быть, если в системе бляха-муха. Откусили, блин, опять мне два файтера. Блин, вроде даже этот были всегда они в этом. Давайте, давайте домой, блин. Капец. А ты хел купишь? Я да. Обязательно. Да вот надо, да. Но у меня не БКшки срубили. Сейчас рубят вот эти вот быша. Так они причем вроде и двигаются, я не знаю, в чем дело. Вот у меня почему-то, это же крайняя, да, крайний вот рез был. Вот крайний рез, у меня вот такая ерунда часто получается. Вот. Бывает ничего, даже как бы проблем нету. А вот бывает вот так вот затык, что файтеров теряю. Блин, а ты вторые файтера, это, грубо говоря, вот ты... Вот я вот сейчас... Тридцать шесть лямов потерял. Да загружайся ты чё, блин. Ну сейчас-то это в принципе нормально будет уже. А что-то знаете мне этот, что говорили? Мне говорили, что чтобы непись, короче, не агрилась на файтеров, надо, короче, улететь на куда-то на буку. И получается вылезти с кары. Ну, то есть полностью вылезти на 30-60 секунд. Повисеть на яичке рядом с карой в космосе. Потом запрыгнуть в кару и лететь на аномальку. И типа тогда не будут агриться. Я что-то как-то скептически к этому отношусь. Ну, думаю, типа... Почему это должно работать? Блин, радует, пацаны, что... Не я один такой. Ну, все же с опытом приходит, правильно? Я думаю, многие теряли, да? Этот... Я стою в разговоре... Какого лешего ты выбрался с разгона? Как меня это вот тоже раздражает, этот контролить, мониторить вот эти все вещи. Вот есть, да, есть, конечно, боль немножко вот этот вот этом всем. Сейчас вот что произошло? Я не заметил, что вот так была кара выбрана. Я тупо, короче, кары управлял, а не файтерами. И вот этот вот момент не всегда замечаешь, блин. И не всегда понимаешь, в какой момент оно как-то само бывает переключается. И хрен поймешь, блин, как оно, почему переключается. Давай, вот, давай. Человек будущего, вот она кара. Вот она атмосферка. Так, это кажется крайняя, да, непись?
из этой волны. Да, по-моему, не будет больше. А, кстати, Кара убивает Дред? Вот насчет этого интересно. Чуть не повезло. Так, что-то тут много. В разгон. Спасибо. Так, кстати, есть этот, пацаны, есть награда. А, это ютубчик. Ладно, понял. Там Twitch не отвалился у нас. Спасибо, солидная картинка. Спасибо большое, да. Клевая штучка. Кара вообще мне тоже нравится. Так, полетели на андок. Я хочу попробовать пройти не этот. Не санктум сейчас, давайте какой-нибудь гавань какую-нибудь пройдем. Три тысячи ДПСа не хватит, чтобы продавить Дреда. Хорошо, а если Кара плюс Хурик? Я смогу на Хурик пересесть. Полетели лутанем. Там у них суднит напротив новых дредов, не знаю. Допустим, Кикимора встала на низкую орбиту или шаг батареечный. Дреда Марик же выносит вроде бы. Да вот я вот тоже хрен его знаю. Нет, ну Кара, я как бы 100 плюс, если от него буду находиться и от него оттапливать. Он же тоже как бы вроде не быстрый. И файтера будут его разбирать, да? Как бы... Ну, задумка такова. Но что-то мне кажется, это может обернуться смертью Кары от Дреда. Так, ребят, я на секундочку отбегу. Чайку налью, блин, чая хочу, капец. Я себе еще кружечку заказал, такую вот. С логотипчиком Евы. Вы, наверное, кто-то заметил и... Маечку заказал с логотипчиком Евы. Короче, я такой тематический стример теперь, пацаны. Ладненько, все, ушел наливать чаек. Буквально меня минутку не будет, сейчас вернусь. Так, итак, чатик, я вернулся. Чаечек заварил. Так, что там? Восемка урона, микротипичный игрок, который при скачивании такое. Какой этот самый большой корабль, я хочу кар. А где кружку взял? Содаян. Содаян, не поверишь, кружечку взял на Алике. Ой, на Алике, на Валбрис. Валбрис. Там есть, оказывается, кружечки такие. С логотипами Евки. Я сам был в шоке.
Молок либо аватар. Вы там все спорите, да? Так, чё, полетели? Так, у нас тут, кстати, салится, да? Все враги потянуло, еще не все. Ну, мы давайте часть просалим. Я, наверное, хочу попробовать какую-нибудь гавань. Вот это вот сейчас. Давайте на эту слетаем. Включаю варп-двигатель. Блин, ну, а, кстати, вот... Что единственное подкупает, допустим, это, допустим, может быть раннее утро, у тебя есть там полчасика, 40 минут посидеть за компом, там, допустим, перед какими-то делами, там, дневными, там, и так далее, да, и типа подгружать 14 окон, выставлять рорку, это все вопрос на продолго. А типа выкатить Кару и выкатить Ноктис, ну как бы вообще вопросов нету, да? Ты там андокнулся и как бы делаешь дела. Вот, как бы вот это вот все можно совмещать, почему нет? Юр, забавь меня на часик, пожалуйста, у меня уже гореть начинает. Да зачем? Ты просто сам учись контролировать себя. А чё гореть? Ну это же просто диалог. Да хрен его, нет, не знаю, Санта, вообще ни разу на Хевен. Я Санктумы понимаю, Хевен. Чё, этот Хевен делаем? Или это фиговый Хевен? По-моему, это фиговый Хевен. Если появляется это окошко, это фиговый Хевен. Я уже, кажется, знаю. Поэтому летим на другой Heaven. А, этот нормальный? А, ну тогда ладно. Ну, мы прилетели в 100, и что? Так, ладно, сало салом. Все, появились. Вижу, вижу, пацаны. Вижу. Жень, нет, я в этот. Потом, я на андоке буду, не этот, не никогда на аномальке, окей? А то я хуни натворю какой-нибудь. И, извиняюсь, осуждаю за этот, за маты. Что-то у меня сегодня... Господи, что со мной сегодня случилось? Второй раз за стрим заматерился. Я, значит, тоже нервничаю. Видишь, Вань, не только у тебя подгорает, у меня чуть подгорает еще, видишь? Как оказалось. Так, выпускаем файтеров. Выбираем все три линии. Делаем орбиту на быша. Запускаем... этих. Включаем ВД. Включаем атаку. И делаем снова орбиту на быша. Включаем атаку. Делаем орбиту на быша. Все, да. Включаем атаку. Делаем орбиту на быша. Отлично. Включаем атаку, делаем орбиту на быша. Вот как надо, оказывается. Включаем атаку, делаем орбиту на быша. Так, там недосал, недосал был. Сейчас я... В какой я аномальке? Вот в этой, все понял. Делаем атаку, делаем орбиту на быша. Сейчас я подлечу по этим Ноктисам. Ноктисам. Выкину этот.
Включаю варп-двигатель. О, бля. А можно его просто поорбитить же пока, да? Чтоб непись. Сейчас этот. Вот тут трекинг. Оптимал рейнджа. Да нет, так вроде нормально. Так, главное, что сейчас не отключу. Мне надо сейчас, чтобы прилетел Ноктис. Я выкинул спокойненько этот. Скажите мне. Трактор. И улетел. Спокойненько досаливать. На трекинг? Думаешь, оптимал рейндж не лучше? Ну давай трекинг, без... спасибо. Ну как бы... Давай поставим трекинг. Так, вот ногтя прилетела. Так, я в разгоне. Все, сейчас мы быстренько сбросим. У меня же... Все. Запустить для себя. Сохранить координаты. 2. И погнали на первую обратно досаливать. Все. И теперь я уже могу вот этого спокойненько добивать. Так, на трекинг, пожалуйста, сказали на трекинг. Окей, давай вот так вот сделаем. Поставил трекинг. Да-да-да, я в пределах прыжка Бихайва. Но Бихайв не защищает кары. На кары Бихайв не прыгает. Насколько я понимаю. Только на мазера. Блин, а вот тут эти вот уже, да? Только второй респ. И уже вот эти вот мелочи. Это может быть проблемой. Хотя я хавен. Хавен, кстати, больше не, этот, неписи больше в хавене. Пока, кстати, файтера нормально в этом. Контент же, почему не прыгает? Юра, как правило, слишком тонкая, чтобы ее спасти. Все же в крабфите. Да-да-да-да-да. Я и говорю, что. Но насколько я знаю, что на кару даже не прыгают. Ну типа мазер, да, здрасте. Ну да, в целом я как бы, ну, склоняюсь к тому, что если все-таки на каре, возможно, да, надо и цинку заводить. Ох, ёшкин кот. Что там флотик такой нехороший рядышком ходит. Сейчас мы вот это вот Heaven допилим, наверное. Посидим, посмотрим, что там летает. А может, на пиу-пиу слетаем. По пингу. Так, ну тут хорошо, что эти, кстати, фриги сейчас лочат меня сразу. Файтера в движении, отлично. Файтера в движении, сейчас мы быстренько мелочь... А, кто сказал мелочь ракетами еще пробовать? Давайте сейчас так и попробуем. Так, пошла атака. Пошла вот это вот... А, ну блин, они и так отстреливаются нормально. Хорошо, пошла атака. Пошел этот. И давайте еще вот так вот фиганем. Ну, что, будет с ракет? Ракеты такое ощущение, что малоэффективны против мелочи. Блять, встали, да? Да-да-да, надо сразу. Все-все-все-все. Отлично. Отлично. А тут и ракетками давайте еще побуяним. О, нормально. Так, атака, орбита. Следующей цели. И еще ракетками сейчас. Бах. О, блин, мне нравится. Как отлетают бы шашки, это вообще прикольно. Но кто-то мне говорил. Гуль говорил, кстати, наш рекрут. Он говорит, если ты научишься пользоваться бомбами, ты сократишь, говорит, время прохождения на мальке прям, ну, прям многократно. И меня это заинтриговало на самом деле.
Что ж там такие за бомбы? Ну, блин, бомбы тоже. Там надо же как-то, наверное, файтеров развернуть. Через, наверное, контрол их куда-то отправлять, потом разгонять. Да? Так вот, если научиться, говорит, бомбить, ты просто непись уничтожаешь, как конвейер, реально, короче, на мазере. Вот поэтому хотелось бы попробовать мазерочек. Ну вот, вот этот момент работает, когда атака и орбита другой цели. Это работает. Атака, орбита другой цели. На мазере вроде как да. А, убери, говорит, этот. Кстати, да. Это офигенский совет. Ну, давайте уберем. Вот так сделаем, чтобы не было этих активных. Тогда кара не будет разворачиваться в случае вот этого факапа, как вот у меня происходит частенько. Да, да, понял, Рахмет. Давай, 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 геноцидим. Геноцидим непись. Кстати, осуждаю термин на всякий случай. Ну что, будет еще? Будет. Да будет еще, смотри как. Тут еще и крузачки. Вот они, кстати, сейчас могут мне кровушки попить. Хотя не факт. А нет, эти слабые. Все, сейчас нормуль будет. Вот сюда прям ракетами сейчас уроним его. Во. 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 Ты смотри, как хорошо. А почему ракеты только один залп делают? О, слушай, а ракеты прям... Ну, это... Блин, я отзову. Отзову, пацаны. У двоих уже по желтенькой полосочке. Ну нафиг. На последний так не хватит. Нам точно нужно ракеты кидать на БК. Да. Да, сейчас я вернусь. Всегда же можно отзывать файтеров, в принципе. Блин, какая долгая дозаправка. Чё? А почему такая долгая дозаправка? Хм. Да заправляйся уже быстрей. Я так понял, чем, короче, дольше файтеры в космосе, да, тем этот. Все, готово. Полетели. Ну вот, вот тоже, да, кстати, вот смотрите момент. Момент в сейвовости, да? То есть я нахожусь от точки приварпа уже где-то, наверное, километров 120-130 от приварка на аномальку. Если это какая-то, допустим, типа цептак, либо мантикорка. Блин, ну она же прилетает туда в ноль. Ну или типа... Ну короче, то, что ты в разгоне, это все-таки вот по сравнению с мародером, мародер отлетает просто как глупость какая-то, да? Ты не можешь выйти с сиджа, ты понимаешь, что ты там выходишь, ты ждешь, тебя просто прилетают и дропают. Вот обидно. О, что такое? Почему так много? Почему так много? Кошмар. А чё так много? Блин, сейчас бы не откусили бы мне половину.
Так, давайте, все, отщелкиваем. Отщелкиваем вот так вот по схеме. Отщелкиваем по схеме. Отщелкиваем по схеме. Ну, то есть, атака и тут же орбита на следующую. Атака и тут же орбита на следующую. Так, тут же вот атака и орбита на следующую. Угу. Ну, быстренько, быстренько мы как бы... Все нормально. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Назад, назад, назад. Оранжевая, уже не желтенькая, оранжевая. Тебя сейчас Будда дропнет. Какой Будда? А что за Будда? Дим, привет, что за Будда? Кто такой Будда? Какой Будда? Я вот тоже что-то не совсем пойму, что за Будда. Какой-то Будда меня сейчас дропнет. А почему ты уверен, что он меня дропнет? А я вижу, что он в 5 БТК, как будто бы, да? Блин, ну надо добить уже. Надо добить уже. Тут чуть-чуть-то осталось. Ну что-то я вижу по Intel'у там что-то нездоровое происходит. Вот я хочу дорезать не пизда и спокойненько лететь на тизер и салить. Рядышком, там прям летают рядышком. Сегодня еще, видать, такой воскресный день. У многих какое-то настроение, видать, подропать. Но относительно, кстати, вот относительно тихо с другой стороны в системке, да? У нас сегодня вот уже 2 часа 15 минут стрим идет. Один раз только нейтральчик беспокоил. Так, это же последняя волна, да? В этом хэвине. Да, похоже, последняя, да? Чё так, Dark Blood'а не случилось? Слушайте, ну уже, да, 4 аномальки. Иск with Black. Сколько иск сейчас получается? Ну, давай посчитаем. 38 40 55 88 102. И плюс еще где-то по 25 4. Короче, где-то 100-120 лямов в час на... Ну, в общем, в два окна ты играешь, получается. Одно у тебя салит окно. Одно окно у тебя вот на каре. Получается, это 100-120. ESS? Я не знаю, вот это что...
Да, наверное, система наблюдения за столкновением. Да-да-да, пришла ИСС-ка 33. Ну вот с ней получается, я вот и считаю, где-то 100-120. Так, ладно, полетели на этот. Так, а я вот почему блюрю? Если я места, допустим... А, вы можете увидеть, все, я понял тогда. Так, давайте, салим. Но в целом уже неплохо, смотрите, то есть, такой вот лайтовенький, в принципе, да, довольно-таки безопасный фарм. У нас получилось уже 130, у меня не было вообще здесь рисок на этом чаре. 131 миллион, плюс у нас... Два раза где-то по 30, да, 60. Плюс 60 этих 180. Плюс сейчас еще будет с лута. Нормально. Мы уже половину стоимости лун аренды за месяц отбили. То есть у меня примерно 600 лямов будет уходить на аренду лун. Простеньких R8-ых. Но... Для производства мне нужны будут мунматы, поэтому решил все-таки в аренду взять. А файтеров я потерял 3 штуки. Сейчас посмотрим. Бляха муха, где? Где дроны? Дроны, вот они. Истребители. Легкие темплары. 14 на 3, 28. Получается, на 42 ляма потерял. Ну вот, если в час, 2 часа. Ну, грубо говоря, вот получается по 20 лямов в час высчитывает. Где-то, ну, все равно получается от 90, да, до 100. Но вот есть нюанс. Жесткий нюанс в том, что файтера отлетают вообще там очень легко, и как бы вот да. Есть момент, что ты можешь какие-то тики просто впустую прогнать. Ой. А, то есть вот этот вот, если сообщение вылазит, то это нормальный хавен, да? Если нету сообщения, то лучше туда не лететь. Я правильно понимаю, да? А почему Кипстар вот так вот бывает, моргает? А что-то все собрались тут на андоке. Что-то случилось, что ли? Ладно. Так, а мы никуда не едем? Едем, все. Давайте досалим. Будем чуть-чуть итоги подводить. Юра, будь аккуратнее. Алекс, да ну а что? Ну и полю, полю. Я стараюсь, и так заблюрился. Ну где-то я и переключаюсь, вот так блюрюсь, я не знаю. От этого не денешься никуда, но если я решил быть стримером, и мне нравится именно стримить эту игру, да, Евку, то, ну, как бы от этого не убежишь. Где-то, может быть, кто-то подсмотрит, где-то там. Ну вот смотри, Алекс, вот в данный момент, в каком месте сейчас палится система? Я, может быть, чего-то где-то не вижу. Ну и в целом, да, то есть... Один вопрос, если кто-то специально прям захочет меня за стрим снайпить, чего-то там смотреть на стриме мои действия, как-то там пытаться что-то со мной сделать, это одно. А допустим, если ребята прилетают с тех же самых там фронтов, с пандемиков, все же прекрасно знают тупики, ну либо тупо даже на карте отображаются, где сколько неписи было убито, где какая ЕСС-ка, да. Ну то есть тут какой смысл, ну
А лететь, допустим, как сказать, чисто меня застрип-снайпить, да, я думаю, мало кому будет интересно. Да ты чё, в кошельке есть? Я что-то даже не заметил, слушай. А. Так, подожди, сейчас вот здесь посмотрю. То есть, подожди, в кошельке... Слушай, точно? Слушай, точно в кошельке есть? Ну да, да. Но я говорю, тут... Тут какие-то меры предосторожности общего характера можно сделать, конечно, но... Опять же, мы как-то наблюдали за Бестом, когда он филаментился, на хурике прыгал. И мы как бы... Он несколько раз попадал к нам. И у него какая-то проблема с блюрами. А в ОБСке крайний раз она, короче, обновилась. ОБС — это программа для стрима. И там плагин, который раньше работал, он перестал работать и стал платным. Ну, как бы я нашел решение этого вопроса, а Beast на тот момент, по-видимому, еще нет. И у него, получается, не были заблюрены системы. Ну и то даже приходилось какое-то время тратить на то, чтобы понять, где он находится, да? Вот, соответственно, это я к чему сейчас говорю. А говорю это к тому, что... Допустим, какие-то вот меры предосторожности я уже предпринял. Ну что, вот все заблюрено. Ну да, вот где-то вот там все равно оно пропадет. Но человеку, чтобы, допустим, увидеть, где я нахожусь, это, представляешь, ему надо сидеть довольно-таки долго у меня на стриме, короче, и искать эту лазейку, а где найти. И не факт, что он ее заметит, да, изначально. Поэтому я как бы немножко по-простому к этому отношусь. Ну, особенно, если мы берем в разрезе, допустим, там, рорки. На рорку прилетят защищать. Ой, хорошо. Горячий чаек. Кара на фоне фортика. Красота. Мне очень нравится, кстати, как сделали эти кипстары. Что вот эта вот движуха, то есть это большое сооружение, которое живет, да, вот эти вот все огоньки, это как вот такси, машина, да, как большой город, мегаполис. Вообще, я вот в плане того, что вот графика, да, очень круто сделали. И при этом не нужен там супер-пупер какой-то там мега навороченный комп, чтобы это все воспроизвести. Так, а что уже? Вот тут собрал. Вот, кстати, тут, видать, непись. Да, вот смотрите момент какой. В чем прекрасен Хевен? Вот просто я вот по опыту. Допустим, Санктум и Кольцевые. Там непись появляется довольно-таки далековато от точки приварпа. И трактор очень долго собирает. Еще есть санктум, который этот... газовое облако. Вот он там тоже, короче, непись разбросан на точке приварпа. И получается так, что очень долго трактор собирает. А вот Heaven, ну прям вообще нормально, быстренько получилось. Что там у нас уже? 61 лямчик. Нет, не 61, вру. У нас же там еще трактора. Трактора надо отсчитывать. 28 лямчиков. Сейчас вот этот еще соберем. Капитальные на Мальке не крабил. Ты имеешь в виду, это которые эти маяки?
Не, до маяков еще не добрался. Но маяки, я думаю, надо с кем-то крабить начинать. Тимур, привет, спасибо за фоллоу на Твиче. Спасибо, присоединяйся. Чувствую себя как дома. Юр, реально тебе в карпу попасть? Давно хотел в Империум. Есть орка на мейне и варгур в 5 вкач. Но имею еще 2 окна с алками. Конечно, реально. Напиши, пожалуйста. Так, сейчас. Смотри, есть у нас рекрут-офицеры. Вот, Алекс Гуль, Сальвадор, Фарбат Алдуралд. Короче, Ministry of Offense, карпа. В бюллетеньки зайдешь. В бюллетенях есть вот ребята рекруты. Любому из них пиши. Они все очень часто онлайн. И там тебе уже объяснят процедуру. Там нужно будет тебе там ряд скринов. Ну, там уже объяснят. Немножко, да, нужно будет заморочиться. Но оно того стоит. Поэтому, да, добро пожаловать. Сейчас как раз таки такая, ну, движуха интересная в карпе начинается, как касательно освоения нового региона. Поэтому я думаю, ты как раз вовремя. Зачем тебе в ногти Сейнвулька? Литиквис. Как? Лутакис? Лутакис? Зачем мне в ногти Сейнвулька? Да не знаю, как бы. Прям четкого предназначения нет, но чтобы какие-то резисты были, если вдруг. Я же, получается, не кары выкидываю этот. Скажи мне, трактор. И чтобы. А, лютик. Все, понял, лютик. Чтобы. Ну, прям не сильно прям она картонная была, чтобы. Какие-то хоть резисты были. Но просто что туда еще воткнуть? Что туда можно воткнуть еще? Там 2 мид-слота. Я даже как бы даже не думал. Юр, для того, чтобы ты не тыркал в обзорке по врекам, жмякаешь Ctrl и мышкой, как в RTS, и обводишь в реки. Сейчас, секунду, подожди. Сейчас я вот это рассалю. Нет, ты имеешь в виду вот в космосе? Подожди, Ctrl? Да. Да ладно. Да ладно. Блин, ну это же вообще, это же шикарно. Фу, а чё я так? Так можно и непись выделять, правильно? Окей, через 2 дня займусь, как раз выходные у меня будут. Напиши, плиз, чат, название карпы, не успел записать. Вот, еще раз посмотри. Ministry of Offense. Я сейчас чатик напишу. А, нет, даже не напишу, я могу скопировать. Да, вот так. Вот наша карпулька. Милости просим. Там можно поставить сестер бустер, чтобы в реке лочить быстрее. Непись так тоже можно лочить, кстати. Блин, ну вот это, конечно, вот это вот век живи, век учись. Это прекрасно. Вот это прекрасно. Не то, что я-то тыркаю постоянно, блин, ну да, спасибо, пацаны. Вы делаете мою жизнь легче. Уже в который раз. Ой, хорошо. Не, ну так реально удобно, да. Типа раз, и все.
И они все разом выделяются. То есть вот это время ты не тратишь на... Такое ощущение, как будто что-то сделали с Альвагом. Ну, по моим объективным ощущениям, быстрее салились в реки намного. Сода Янг, летаешь на пинге? Да, конечно, конечно. Вчера, допустим, я весь вечер, полночи летал, ну, вот на КТА-движуху на сервере. Ну, постоянно летаю, и в Бихайве тоже вишу на факсе. А еще можно заменить кнопку, выделить следующую цель. Но это типа вот как раз таки, чтобы файтеров, да, контрить. Блин, по-хорошему вот научиться... Это надо просто тренироваться, что тут говорить, учиться. Просто надо практики побольше. Я имею в виду практики с линиями файтеров, чтобы можно было менеджмить именно линии по отдельности. Тоже писал уже варпой на аномаль в 30-40, скидывай нитхой трактора, 10 штук сделал одним окном, лут собираешь на грузовике вторым, салишь почту. Ну, короче, тут надо, смотри, тут надо будет с альтом заморочиться, да, сделать общую папку с альтом, который салит. Да, карой приварпываешь, выкидываешь, делаешь буку в эту общую папку. Вот, и потом уже через какой-то там промежуток времени пролетаешь и салишь. Ну да, согласен, на потоке это может стоять. А то, что ты к Харе придешь в 30-40, она абсолютно бумажная, ничего ей непись не следит. Там просто такие как бы респы бывают довольно-таки серьезные. У тебя дронов нет на... Да нет, я... у меня в этот... Привет-привет. Были с эти дроны на Сальвак, но я их убрал. Потому что я ими не пользовался никогда. Если бы они делали, допустим, как с неписью, то есть сами переключались на следующий выделенный врек, допустим, тогда да, а так они просто там один врек отсарили и типа все, затупили. Вот в этом вся беда. Так, ну что у нас получилось? У нас получилось... Ну, плюс-минус получается лут плюс сало с одной где-то тридцатка, да? Не, 25. 20, там 23 получается. Ну, 25. Это с одной аномальки. То есть мы делаем 10 аномалек. Это только по салу и луту 20, 250 лямов, да? Так. Кто гоняет зеленки на этом? Кто гоняет зеленки на каре? 10 аномалек за сколько можно сделать? То есть мы вот сейчас за, ну, грубо говоря, 2 часа сделали 4 аномальки. Потому что я не расторопный такой еще, не на опыте. Грубо говоря, у меня получается полчаса на аномальку. Я, наверное, думаю, что вот если на опыте в одно окно быстренько делать, минут 15, да, наверное, на аномальку будет уходить. То есть за час можно сделать 4, за 2 8, за 3 часа сделать можно 12 аномалек. Ну, либо, грубо говоря, если там нейтральчики залетают, так и так, за 3 часа делается 10 аномалек, правильно? Правильно. Это примерно 250 миллионов будет с лута. Да? 250 будет с лута. А сколько с баунти? С баунти я даже не знаю, сколько. Да нет, сальвак-то тоже нужен, как бы. Он и для рик нужен, на те же самые тонорки там, на... Разрешение получено.
на риге, на производство риг. Зачем это выкидывать? Так, салится на дронах, вторым окном не отвлекаясь. Теперь вопрос. Дроны же, получается, ты выделил кучу врэков, отправил их салить один врэк, они его отсалили и вернулись на орбиту кораблю. Они же не, это, типа, не переключаются дальше. А почему нет? Я прям специально тестил этот момент. Нет, я тестил этот момент, они нифига не салят дальше. Ну, по крайней мере, у меня такого не было. Что так, вопрос, что я сделал не так? Возможно, какие-то настройки надо на Ноктисе выставить? Включаю варп-двигатель. Блин, ну тогда надо сейчас, подожди, я сейчас просто проверю. Почему у меня тогда они не салили? Так, сальвак-дроны, где сальвак-дроны? А у меня их нету. Ну сейчас куплю. Вот я так и делал, я прилетел на аномальку, где трактор уже сбамплены. Я выделил, короче, кучу врэков, выпустил их, нажал F, вот как обычно, типа атака. Они засалили один врэк и вернулись мне на орбиту, короче. И типа такие стоят. Я думаю, блядь, ну а в чем тогда разница, думаю. И как бы я перестал их даже доставать, использовать, потому что много гемора с этим. Так, ну у меня, кстати... Уже подбирается сумма, наверное, на Чарон. Надо сейчас будет прикинуть. Вообще прикинуть, что надо для Чарона. И, возможно, начать уже потихоньку производить компоненты какие-то и так далее. Так, давайте сейчас переработаем. Это нам не надо перерабатывать. Ну, примерно, да, получится. А, слушайте, а что у нас тут перерабатывается? В этот раз по миникам прям хорошо получается. Вот, на 38, да, на, ну, грубо говоря, на 40 лямов миников. С двух аномалек. Приятно, приятно. Так, у нас 2 лярда... Стоп. Нет, неправильно я смотрю. У нас по миникам лярд 800 плюс монматы. Короче, 2 лярда. Плюс у меня еще руды. Лярда на полтора. У нас получается 3,5 лярда. Сколько стоит Чарон? Скажите мне, сколько стоит Чарон? Вот, у нас, по сути, уже есть миники в эквиваленте. Но, я так понимаю, там же планетарка еще должна, да, в стоимость входить. Организация производства. Давайте по чуть-чуть изучим. Так, это после переработки. А нам надо смотреть, вот, по скиллам. Так, а что этот скилл, кстати, дает? Просто понял. По скиллам у нас все нормально. По скиллам у нас все нормально. Комплектующие. Нам получается для постройки Чарона надо, да, вот эта вот куча вот этого всего. Капитальные компоненты вот эти все. Соответственно, нам нужно чертежи найти на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 9... Так, ну вот смотри, самое большее нам надо 400 штучек Auto Integrity
Preservation Cell. Давайте смотреть, что это такое. Чтобы его произвести, нам нужно, первое, материалы, карбон фибер. Вот тоже теперь вопрос, типа миники здесь не нужны, да, вот сюда. Ну вот в этом вот и тоже интересно разбираться. Давай посмотрим, хорошо, вот это. А, это материал реакции. Стоп, вот это с мунматов делается, правильно? Так, сейчас мы доберемся до сути. Это делается с реакцией. Реакции у нас. Так, карбон фибер. Да, делается с мунматов. С мунматов получается хидрокарбон и компоненты фуил блок. У нас мунматы. У нас таких нету. Короче, я уже наперед просто смотрю, как будет удобнее делать понимание, да, вот этих процессов. Ну, чтобы это визуально для себя было, не просто какая-то табличная информация, да. То есть, мы разберем вот такую штуку. То есть вот эти все компоненты. Почему Charon? Объясню почему. Потому что мне после Charon надо будет делать Рею. Мне нужен джампак. Деньги, деньги, деньги. Деньги, деньги, деньги. Дроны солят сами. Если не выбирать цель, а просто пресс-F. Дроны солят сами, если не выбирать цель, а просто пресс-F. А, то есть ты не выбираешь цели, просто выпустил дроны и нажал F, и они, короче, сами летают. Все, понял. Понял. Блин, сейчас проверю. Это для меня открытие. Тогда, конечно, зачем? Тогда, в принципе, пока висит Ноктис где-то там и ждет, пока трактор потянет, дронов выкинул, да и пусть они досалят. Это тоже по времени экономит капитально. Так вот, короче, я к чему говорю. Разберем каждый этот визуал. То есть, вот берем там Capital Propulsion Engine, да? Я даже не знаю, может быть, как-то это даже нарисую. А в чем смысл? То есть, чтобы его сделать, нам нужно, короче, материалы реакции. Вот, уже минералы требуются в определенном количестве. И планетарочка. Потом разбираем, что нужно, чтобы сделать эту планетарочку. Ну, минералы понятно, какая руда. Но это даже не обязательно. Ладно, понятно, что тританием и так далее. Вот это вот интересно. Я чуть не совсем понимаю, что такое материалы реакции. Реакции, скорее всего, происходят в лабораториях. Я это так вам слышал, да. Да, итог, я что-то этот. Спасибо за донатик, спасибо за поддержку. Это чуть-чуть в своей голове. Очень приятно, спасибо большое. Так, вот, допустим, смотрите, графит. Тоже нужен миксалон. Комплектующие. Так, и газ. Ну, то есть, вы понимаете, как это вот в целом? Немножко замороченная штука, но замороченная, потому что, опять же, ты окунаешься туда в том, в чем ты еще не разбирался. Я уже понимаю наперед. Что вот представь, нужно, помимо того, что мы копаем гравики эти, да, вот зеленку, там, колоссалы, нормусы, как копаем луны, с них делаем реакции, теперь, ну, если вот уходить вот в эту тему, типа, я построил все сам, нужно будет освоить нам и лед, нам нужно будет вот этот газ, да, давай вот, там, ну, синенький, да, 100 нужно будет фуллурита C70. Что это такое? Кристаллическое образование через молекул. Ну,
Ну, короче, надо будет разбираться, искать, где вообще вот этот фьюлерит найти, да? Газ из ВХ. Соответственно, мы должны будем найти ВХ, зафитить парпоечку, с парпоечкой полететь туда, и проспекты будут, да, не на Халках, соответственно, там, не на Коветорах, на проспектах. Этот газ еще оттуда потом привезти. Ну, вот это будет интересно. Вот это, я считаю, какая-то цель в игре, когда... Не покупая, а именно игровыми путями ты добываешь все ресурсы для постройки там чего-то. Я же говорю, я и хочу для Тританиума все-таки создать джамп-клоны в Империи, найти там тупичок неплохой какой-нибудь. И вот имперские луны самому там, ой, руды там добывать и потом сюда перекидывать. Лысый с рынка строил аватар и топ потел. Ну вот да, да. Но тут нужно понимать, да, то есть смотри. Построить, ну Титан это, конечно, пока что там слишком чего-нибудь попроще сначала построить. Но построить Титан именно тем, что ты сам все произвел, все добыл. Ты прикинь, это вообще, ты можешь сказать, я прошел Еву, да, грубо говоря. Нет, ну, для меня это прям такая, ну, это как вызов, прям реально. Ну, тут опять же вопрос, будет ли вам это интересно смотреть? Мне-то это интересно в целом, я как бы люблю заморачиваться такими вещами. Да, где-то может быть скучно, нудно, но, мне кажется, такого просто еще никто не делал. Не видел. Я еще, видишь, производство особо не. Давай посмотрим. Вот этот Apple Palantin. Ну, моделька у него такая же, да, как у всех, в принципе. Нет, ну давай сравним с простым кипчиком. Так же будет правильнее. А можно мне в одном окошке открыть, ребят? Так, ну ладно, давай. Что-то он не хочет мне. Через shift? Чего через shift? А, все, понял, спасибо. Так, справа палантин, слева простой. Серьезно? Не, это что-то вообще какая-то странная хрень. Ну, слушай, ну, то ли 200, да, деталек, то ли 100 тысяч. Это... Секунду. Это в 500 раз больше надо, короче. Это как 500 кипстарчиков простых. А чё он такой дорогой? Почему? Ну да, реально в 500 раз дороже все. Еще и комплектующих тут довольно-таки много, да. Охренеть. Ну реально как наверное, как 500 простых кипстаров. Йодик? А, ну понял. Понял про кого-то, да. Несколько лет.
Ну только если с учетом новопостроек и не будет ставить нигде. А кстати, есть где-то уже вот такие кипстарчики палантин, которые стоят? Ну это просто что-то, я не знаю, я смотрю. Вот это количество просто для простого кипстара. И смотрю, вот это количество, которое нужно для палантина, это что-то. А так. Подожди, а я просто хочу понять еще момент. Так, стоп, ребят, подождите, я вижу, что, ну просто для общего развития, раз мы уже начали про палантин разговаривать, да? Вот, я, да, пытаюсь сравнить, в чем разница, вижу, что в процентах то же самое, и вот нашел такую штуку, что одновременно в новом эдеме можно развернуть только одну цитадель, типа палантин кипстар от Apple. А других каких-то, я так понимаю, особо различий. Ну, брони в два раза больше, окей. Пороги такие же, резисты все практически такие же. Щитов в два раза больше, окей. И все? Накопителя чуть побольше. Ну, особо, короче... Особо... Ничем они отличаются, да? Ну, чуть побольше для истребителей отсек. Добыть все сам, тебе надо будет менять альянсы для этого. Вот, ну, я подозреваю, что там особенности. Паган, какие особенности? Ну то, что можно только один апвел поставить на всю Еву, это понятно. Но если его поставить, это будет, да, красная точка для всей Евы, чтобы его спилить. А как практика показывает, в принципе, спилить кипчик, ну как бы, возможно, так скажем. Ну, короче, не знаю, не стоит оно, мне кажется, того, потому что каких-то особых бонусов он не дает. Просто чувство, что вот я построил апвел, палантин. Возможно, вот типа вот в этом какой-то кайф. Главное, чтобы побольше. Ну вот такое ощущение, что да, вот именно палантин, вот он именно про, то, про это. Так, а кто-нибудь интересно, гейты сейчас что-то делает с гейтами? Включаю варп-двигатель. Блин, мне надо тогда сальвак дронов съездить взять. Получено. Но, Вань, да, вот это как бы тоже имеет место быть. Типа, если это структурка, которая одна единственная может в Еве быть, и типа, кто первый ее поставит, войдет, наверное, в историю Евы. Да, будь то Альянс или... Вот Йотик, да, строит там уже несколько лет, ребята говорят. Ну да, ты в историю Евы попадешь 100%, и где-то там... Сами CCP-шники будут частенько об этом говорить. Этот кипчик может менять уровень безопасности системы?
Типа, если уровень безопасности был, ну там, скажем, какой-нибудь там минус 0.51, ты можешь сделать систему минус 1. Микаэль, каким корабликом можно сканить луны? Ну, луны удобно сканить каким-нибудь Т1 индусом. Там специально ставишь этот бублемет для скана луны. Почему на индусе? Потому что много пробок, они довольно-таки увесистые, ты можешь повесить. Такс. Сальвак дроны. Включаю варп двигатель. Сальвак дроны. Все, надо его поставить. Моя цель огромно сделать. Михаил, ну тут как бы. Это очень большой вызов. Это да. Тут не знаешь, за что браться, блин, пока этот Рию построить, да, хочешь там сейчас Чарон, надо там что-то там пытаться придумывать. Вот это вот тоже как бы такой момент, что в жизни все относительно. Для кого-то вот, допустим, там, я не знаю, получено. Построить какой-нибудь мазер, это уже пустяки, да, он там нацелен на палантин Кипстар. А для кого-то ты один крузак, это еще целая, да, там, эпопея, грубо говоря, разобраться в этом всем и так далее. А Палантин Кипстар только очереди производства занимает 80 лет. Лютик, ты имеешь в виду 80 лет, это если ты в одно окно будешь делать, то есть вот максимальное слото, да, этих нет, ну если это же разделить на альтов и так далее, те же самые, допустим, у тебя будет там, не знаю, там 15-30 там производственных чаров. Это, наверное, существенно сократит все-таки вот этот вот временной интервал. Блин, сейчас быстренько скатаюсь за этими, за дрончиками. Так, у нас на Вольфе хватит. Сейчас проверим, блин, я, если честно, я тогда так расстроился, думаю, нафига тогда сальвак дроны нужны? А вот тут ребята даже в донатах, блин, подсказали, что вот так и так. Надо просто не выбирать цели, а выкинуть и пресс F нажать. Ну сейчас попробуем, кто-нибудь по-любому фармит бельт, или я сам на бельт залечу на праксисе. Там буквально 2-3 неписи шлепнем, попробуем. Айба, привет. Привет, дружище, привет. Включаю варп-двигатель. Если дрончики, тогда, может быть, и имеет смысл даже в Т2 дроны прокачать сальважные. Так, а Т2 я умею, нет? Включаю варп-двигатель.
26 дней. Да не, забью. Пока есть учить другое. Я сейчас фальк учу. Если погружен в тему, расскажи, пожалуйста, за характер, за Harvester и аугменты дронов. Я не понимаю, почему Harvester стоит больше экскаваторов. Если, то есть, если обычный нажать на F, они будут срывать. Не-не-не, боевые дроны не будут сальважить. Нет. Так, давай разберем. Давай разберем. Хорошо. Я в теме, и мне интересно разобраться будет в теме буровых дронов. Ты имеешь в виду, какие дроны, Harvester? Вот эти вот? Почему они дороже экскаваторов? А что у них в характеристиках? Ну, отходы у них как бы есть. Объем добычи застыкал 42. 37. Ну, шанс отходов поменьше. И, ну, как бы просто из-за редкости. Только из-за редкости, я считаю. А экскаваторы, ну, как бы вообще сравнивать смысла нету. Это чисто ророчная тема, которая... Блин, на мой взгляд, просто перерабатывает все в труху. Ну, то есть... если ты помнишь, да, Айбан? Если ты помнишь... Когда мы разбирали, допустим, мискача с майнера... различные там Т2, кристаллы и так далее. Я вот честно пришел, знаешь, к тому, что вот этот вот момент, типа, насколько я быстрее выкопаю сейчас в моменте, типа, в карго кину, и момент, сколько руды я вижу в космосе, я остановился прям, ну, окончательно на оровских стрипах. Вот эти вот все моменты насчет того, что отходы, ну, реально вот подбешивают, потому что, допустим, там, с того же Энормуса ты можешь вытащить там полтора лярда, грубо говоря, да? Ну вот, если вот его копаешь оровскими стрипами. Ты копаешь его B-Type Т2-ми кристаллами, ты вытаскиваешь уже, ну, грубо говоря, там 800 миллионов, там 900, ну, конкретно меньше. И тебе опять лететь, переставляться и так далее. То же самое с лунами. Ну, допустим, вот вышла у меня луна, да? Я знаю, что там вот у нее объема, допустим, там на 3,5 лярда. Если я буду копать кристаллами Т2-ми B-Type, я, соответственно, выкопаю из этого объема всего 70%. Вот 30% это вот прям стабильно уходит в труху, просто улетает. Соответственно, вот нужны ли тебе дроны, да? То есть, когда ты дронами копаешь, особенно типа экскаватор, да, типа в рольку будет ложиться много, но ты просто... Практически все, что вот в космосе находится, эти камешки, ты их все просто выкидываешь. Ну, нет, мне как бы неинтересно. Поэтому я перешел на оровские стрипы. С учетом, нет, конечно, возможно, если ты типа копаешь, вот говорю, там, одну-две там лопатки, да, может быть, где-то там муторно это, да. Ты имеешь в виду... стоп, кто-то говорил, возьми четвертый уровень фракционные дроны. Бля, 7 дней тоже. Thank you.
Там у меня на днях будет где-то порядка 200 СП-шек. Я подолью. Пока простых ты первых возьму. И тюньку. Ну, давай этих тоже сразу. Блять, я не тем чаром покупаю. Так, а этим я умею, да? Нет, этим тоже не умею. Четверку. Блин, а стоит оно? Стоит оно столько денег? Не, пока не буду брать. Как проучу, блин. Тоже 7 дней тратить на сальвак дронов. О, ты первый нормально будешь справляться. Вот, Айба, короче, резюмирую вот вопрос твой. Почему харвестеры стоят больше экскаваторов? Потому что они очень редкие. Их очень тяжело добыть. Ну, собственно, поэтому вот эта уникальность. Каких-то там супер там больших характеристик, которые бы там намного были там качественнее, лучше, чем аугмента, те же самые дроны, да? Ну, там нету. Так, полетели мы. Отдадим дрончиков, попробуем посалить. О, дядька, привет, привет. Юр, привет, как оно, чего? Добрался до стримов? Да, добрался уже потихонечку. График выстроил. Буду снова в колею эту стримерскую входить. Салам, салам, Максут. Плохо это, печально. Да, я понимаю, что стримить надо регулярно. Ну, было и было. Тут вопрос такой, что на самом деле мне нужно просто какой-то порог достаточности перейти. Вот сейчас ютубчик, да, там монетизация подключилась. Twitch вроде потихонечку, там тоже какая-то копеечка. Ну, копеечка, прям совсем копеечка. А если фулл-тайм переходить, мне просто нужно хотя бы сохранить тот уровень финансового комфорта, который у меня есть от основной деятельности, да. Но пока еще стримам далеко до этого. Вот, собственно, поэтому где-то пробелы происходят в стримах, только потому что мне нужно делать работу. Включаю варп-двигатель. Надо стримить как кайф. Согласен, да? Привет, если лопату брать, то лучше в купе использовать орстрипы. Они вроде не дают отходов. Да, да, да. Но опять же, смотри, если ты копаешь в соло в одну лопату, даже, или даже там у тебя там две, ну три лопаты у тебя, то как бы тебе целесообразно будет вторыми дронами. Я здесь вообще как бы, ну, никаких возражений здесь не будет. Но допустим, если копать как я, допустим, в 12 лопат под роркой, то вот эти вот тефторы и кристаллы, они наоборот как бы больше вреда приносят на самом деле, чем польза. Ты вроде, да, быстро скапываешь все, но где такой объем взять, чтобы его быстро найти, допустим? Тут я, допустим, вот в этой системе сейчас Enormous Colossal вырыю там-то вторыми кристаллами. Мне надо будет лететь в другую, а я буду примерно понимать, что, ну, чуть-чуть подольше бы я покопал, но я бы выкопал на 1.5 миллиарда больше с этой системы, да? И меньше этих телодвижений по, там, переброске лопат, окон делал бы. Как семья, младшая как? Тут-тут-фу, тут-тут-фу, Максат. Все хорошо, все лучше и лучше. Спасибо большое. У малой кризис миновал, тут-тут-фу, мы выздоровели. Я пробовал с миски Т1 дроны. В два раза меньше сала приносят, чем фракция. А, нет, ну подожди.
Насколько я понимаю, сальвагеры и дроны сальважные, у них нету вот этого вот момента, сколько он сала с врека вытащит. У него есть только момент, за сколько шанс того, что он что-то вытащит. И типа Т2 просто будет, вот, влияние на шанс доступа. То есть, вот смотри, вот запомни, 3%, да? Варианты, вот возьмем фракционы теперь. У него влияние 4,5%. Модификатор урона такой же. То есть, он просто побыстрее, у него шанс, что он быстрее отсалит, намного лучше, да? Так, а у Т2-го? Ну, Т2-й что-то среднее между фракционником это. То есть, нету никакого прямого влияния, типа, фракция, не фракция, на то, что сколько будет сала с врека. Нет. Здесь влияет вот эта фракция, или там метауровень, только на то, как быстро будет засален врек. Уже опробовал, Ста, пробовал что-то записать, когда ждать видосы? Да, пробовал, уже, в принципе, много чего на монтаже. Скоро видосики будут. Ну, кстати, стаб такая штука, разгуляться можно, там такие можно кадры делать, просто там вау. Так, полетели сейчас, сто пудов кто-нибудь бильты дергает. А даже если никто не дергает, мы сейчас на Праксисе дернем пару вреков. Я просто хочу убедиться. А где погано подарок, Калис? Так здесь же он, здесь, Максут. Вот он в жите стоит, Аркаимчик. Вот он, вот он. Все на месте. Это история. С этого, грубо говоря, началось. То есть вот тот слив в орке, ой, орке, который был в импе, он тогда на самом деле так не сильно-то пятую точку так поджег. И Паган на самом деле тогда потушил этот пожар и заставил меня поверить в Еву, что все-таки Ева — это люди, которые придут на помощь, там, которые коллективно там каких-то побед достигнешь ты с ними и так далее. Поэтому я с этой орочкой планирую, кстати, я вот до этого ребятам уже объяснял, что хочу максимально, короче, много самыми надобывать для производства. Вот, и соответственно, мне нужно будет орка в хайсеке для того, чтобы я мог Тританиум, там, Вильдспар копать. Вот, поэтому я, скорее всего, ее для этих целей и буду использовать. А разыграть мы уже сможем там на чем-то другом. Я даже куплю хул отдельный, все-таки Аркаим, пусть он будет всегда со мной. Че-то ваши рекруты не отвечают. Ну, подожди. Возможно, онлайн не были еще. Так, полетели сразу. Включаю варп-двигатель. Лучше проблем не будет, что это не мои врейки, правильно? Вот, нет. Ну смотри, вот ты сальвагер запускаешь, у тебя сальвагер, он крутится, 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 пока не засальважит, правильно? Вот просто Т2 сальвагер, он в рек намного быстрее засальважит, чем Т1. То же самое с дронами. Айба, немножко не понял твой вопрос, а в связи с какими событиями в Альянсе? Что случилось в Альянсе? В Альянсе все ништяк, кстати, топ. Ничего не случилось. Поэтому здесь нужно уточнить, как бы никаких проблем в гунах нету. Все хорошо. Видел я короткое видео. Ну да, 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 да. Вот именно. Так скажем, тот слив
орки. Кстати, был основным мотиватором переехать в нули. Да не, круто вообще все было. Так, если назад отматывать, столько, блин, прикольных моментов, столько интересных моментов было. Ванька, да, главное по этот, главное постоянство. Причем на шортах можно нормально в Ютубе вообще, ну, как бы аудиторию поднять. Да, да, Аркаим, это к древнему славянству относится. Это с той категории. Город-крепость. Звездообразная. Так, давайте-ка мы сделаем, как нам сказали. Мы просто выпускаем дронов. Вот они у нас выпустились. Нажимаем F. Да ладно. Да ладно. И то есть он сейчас переключится. Слушай, подожди, это... Так. Хорошо, давай вернемся на орбиту. А если я выделяю вот в реке? Давайте проверим. Вот я выделил в реке. Отправил салить на в рек. Да капец, магия, да. Подожди, а я вот так вот выбирал, и все, типа, они бездействуют. Вот. Поняли, да? То есть вот у меня вот был такой затык, я такой, да, прилетел тоже, там трактор собрал эти все в реки. Я их всех выделил. Я, типа, короче, салю их сальвагерами вот этими. И думаю, сейчас еще дронов закину, пусть дроны помогают, короче, отсаливают. А они тупо один врек отсалили и отстали. То есть я теперь просто вот так вот убираю, да, все с лока. Делаю F. И они салят. Браво, браво. Просто вся беда в том, что играя в соло, ты вот в таких вещах просто тупо даже ты даже не догадываешься, что оказывается есть такая механика. Вань, добрый дядька. Все дело в том, что в целом, ну, любая медийка такого рода, да, она игра в долгую. То есть канал, там, Twitch стримы, канал с шортсами, там, TikTok канал, Instagram канал, это все в долгую. То есть там не бывает такого, что раз ты вот что-то там сделал, может быть, в каких-то конкретных там исключениях как-то это там может быть где-то. Но если, допустим, стандартную ситуацию рассматривать, то это все в долгую. Но опять же, чем раньше ты начнешь, тем быстрее ты получишь результат какой-то. Вот. И, соответственно, вот в этом вся фишка. То есть постоянство, постоянство и постоянство в контенте. И с течением... Вот у меня, допустим, я на примере сайтика скажу одного... Я вам сейчас давайте даже на стрим его кину. Вот просто, чтобы вы понимали. Я вот этот проектик, он уже, наверное, ну, 10 лет точно ему есть. И вот, наверное, 8 лет он не приносил вообще ничего. Но я его развивал, тоже там несколько редакций к этому пришло, да, там что-то, какие-то фишечки добавлял и так далее. Но вот в этом году буквально, наверное, вот с августа месяца он стал приносить стабильно где-то от $200 в месяц. Просто на контекстной рекламе. Плюс стали нет-нет покупать там статьи заказные с казиношки. То есть, ну, вот тоже вот это постоянство в долгую. Вот я так понимаю, что будет сейчас еще время идти, и он потихонечку будет тоже развиваться, и, соответственно, доход с него развиваться. То же самое и с каналом в Ютубе, Вань. То есть...
Просто нужно делать планомерно и постоянно. Что, кстати, вот с чем у меня, кстати, проблемы жесткие. Если б я, вот как вот я начал с прошлого года вести стримы и не прерывался вот в новогодний, да, период, был долгий перерыв у меня. Вот сейчас летом был долгий перерыв. Если бы я не прерывался, я думаю, уже, наверное, я бы мог перейти, я вот так подозреваю, я бы мог уже перейти на full-time стриминг и, в принципе, индустрию поменять работу. То есть уже быть полностью вот в этой теме, как, которая бы обеспечивала жизнь мою. Так и так. Но сегодня мы выяснили очень важную такую штуку, которую вот я, в принципе, сейчас понимаю, да? Кара. Давайте сядем на Кару. Кара, Курама у меня, кстати. Что-то захотелось прямо так назвать, именно Курама. Короче, Кара, в нее нужно ложить трактора. Тракторов сюда влезет, дай боже. 10 влезет? Сколько весит трактор? 100 точка, да? Нет, 10 не влезет. Влезет 8. 8 тракторов. Ну, в принципе, нормально 8 тракторов. То есть 8 тракторов. Ты прилетаешь, выкидываешь трактор, делаешь общую букву с этим. Через аномальку, как ты уже улетел, делаешь, прилетаешь Ноктисом, выкидываешь дронов сальвагов. И пока ты делаешь аномальку, грубо говоря, у тебя дроны сальважат. Когда ты там все 8 пробежал, Кару кидаешь на этот на тизер, на кипчик. А сам что там не досалилось, досаливаешь, долутываешь. Ну, вполне вообще, как бы, время вот эта вот штука с дронами экономит прям дофига. Да-да-да, Лютик, вот этот вопрос уже объяснили, да, сразу как Кару взял, у ребят Скорпе спросил. Да, объяснили, что Кара не встает на тизер, пока файтера в космосе. Как только файтера в нее задокались, она тут же встает на тизер. Но если тебя в этот момент залочили, то ты просто, грубо говоря, ну, должен сбить этот лог каким-то образом. Тогда должен быть фалькон какой-нибудь, но никак не карой там файтерами, потому что ты агру получишь этот момент. Но ты можешь, кстати, прилететь, ты на тизере не будешь, пока файтеры прилетели, ты можешь задокаться. Но если ты задокаешься, у тебя пропадает... у тебя пропадает... связь с файтерами, и когда ты андохнешься, ты можешь их собрать только каким-нибудь индусом. Вот, короче, такая штука. Поэтому, блин, поэтому нужен пост. Если это Мазер или Кара, я вот уже просто понимаю, что нужен пост. И ты в разгоне стоишь на пост. И ты просто же, получается, прилетаешь на пост, файтера потом прилетают тебе обратно под пост, просто в тебя докаются, все, и никто тебе ничего не сделает. А, точно, Санта, я вот, да, флот-ангар, да, тут до хрена, все, понял. Лютик, вот тут абсолютно согласен. Хрен с ним, да, потому что файтера, ну, их только могут либо полопать ради вредности, да, чтобы насолить там караводу. Либо просто их не будут трогать, и после того, как все улетят, да, этой ДСТшкой просто собрать, пролететь и все.
Так, ты имеешь в виду ЛС-ку? Ага, вижу. Все, понял. Понял. Фу, ну, так, в целом, без 20 час ночи, завтра понедельник, рабочий день, давайте потихонечку будем докаться. Блин, вообще классно, я так еще переживал, думаю, будет сегодня кто-нибудь на стриме после такого перерыва, думаю, блин, буду как этот, сидеть один, без зрителей. А вас, оказывается, сегодня, ну, довольно-таки много, ребят. Twitch 17 человек, ютубчик 27, причем в пиках было вас, наверное, под 100 человек в совокупности, прям очень-очень, спасибо вам большое, спасибо за то, что помните, спасибо за то, что вернулись, я надеюсь, все-таки, ну, какой-то интерес мой контент представляет для вас, ну, давайте буду возвращаться в это русло, завтра стримчик будет 100%. Завтра полетим, покопаем, разберемся с нашими лунами, потому что мне нужно будет понять, я еще как бы, ну, этим не занимался особо, там, как заправлять это норки, как переставлять этот бур, как взрывать, там, посмотрим, покрутим по графику, посмотрим, как нам лучше их там, эти луны выставить, это первое. Ну и второе, там, начнем уже плотненько заниматься производством, какой-то составим план, потому что нам нужно будет планетарка, нам нужно будет разобраться вообще, что нам надо копать. Возможно, нам уже надо лететь там, я не знаю, за газом, где-то газ искать, да, в ВХ. Капотелил, смотри, Twitch одобрил мне партнерку. Привет, VG90, привет, спасибо за фоллоу. Twitch одобрил мне партнерку и, по-видимому, включает рекламу на моих стримах, чтобы какую-то там копеечку мне заплатить. Прошу вас адекватно относиться к рекламе, потому что на самом деле каждый стример и там каждый ютубер, он за счет этой рекламы, собственно, и живет, и делает контент. За счет этой рекламы, как бы, это оплачивает его труд. Поэтому, ну... Никуда от этого не денемся, это, так скажем, данность. Вот, а на Твиче это, да, это партнерка подключенная, мне ее одобрили. И, вот, соответственно, по-видимому, крутится вот эта партнерская программа, она рекламу катает. Вот. Так. Дропсы, кстати, да. Я скоро получу их в партнер, потому что я первый раз подавал заявочку. Они мне сказали, что... Якобы тебе чуть-чуть надо еще несколько там стримчиков провести, короче, и заново подашь, и мы одобрим. Поэтому я сейчас хочу до конца октября, ну, постримлю регулярно, подам еще раз Naive Partner. Там тоже для вас будут, ну, много бонусов. В частности, когда ты становишься Naive Partner, каждый месяц CCP-шники там довольно-таки... Интересные покрасочки выдают, там нет-нет кораблики какие-то, которые, собственно, я буду обязательно разыгрывать на стримах. Это первое. А второе, с дропсами обязательно разберусь. Ну, там тоже там какой-то критерий должен быть для стримера. Но я стримлю на Твиче только Евку, поэтому, по-видимому, мне должны ее одобрить будет. В общем, сейчас даже после стрима посижу, поразбираюсь. И, ну, постараюсь, чтобы, если не на завтрашнем, ну, как минимум, там, на ближайших стримах, дропсы были с Твича. Ну давайте, на этом буду заключаться. Заключаться, выключаться. Всем спасибо еще раз. Обнял, приподнял до хруста. Пока-пока и до новых встреч.
вообще ничего.